В смысле, ты... Подожди, где у тебя в Дискорде этот меч? В профиль мой зайди. А. Копируем. А, блядь, понимаю. Так, я пока микрофон... Если, короче, смотри в чатик, если что-то будут писать, ты скажи, что я просто отошла. Напиши что-нибудь в чат, и если будут писать, скажи, типа, не отходите, сейчас она придет, типа, я покушать принесу себе, ладно? Я просто кушать хочу очень. Mm-hmm. А ты... Вот я написал. Все, да. Все. Я сейчас с телефона зайду и сделаю. Ты считаешь деньги, мальчики. Интересно, меня нормально слышно? Такс. Пока, 2 лайка. Сейчас немножко приятно сделаем Яне. Так. Сейчас у тебя зрители будут. Ананас вкусный, но у меня на него жуткая аллергия. Понимаю. Я весь рот сейчас будет жечь. Кайф. Так. Я на интернет сайт сейчас к телефону захожу. Переходим. Так. Меня, правда, отпиздят за это, ну ладно. О, так, 432 сейчас... подписчика. Сейчас, подожди. Ты пиар заказала? Нет. Всё, мне жопа. Я выложил, короче, в группу пост со стримом. Какую группу? Ну, у меня там очень бешеный актив. Я тебе дала модерку. Типа, пока... Сегодня хочу 440 подписчиков, а лучше 450. И чтобы до Нового года 500 подписчиков было. Ха! Наивная. Нет, да, у меня 3 дня назад было 300 подписчиков. Ой, умничка. Так, подожди. Я даже не знаю, слышно меня. Всем привет, кто только присоединился. Подожди, мы опять сидим в жуткой очереди. Это нормально. Да. Мне еще надо будет сдать тогда на 4-й ранг всываться и сегодня в патруль поехать. А еще почему-то у меня музыка не грузит. Поехать. А еще почему-то у меня... А меня херово слышно? Не, нормально. Да-да-да. Привет, Пупс. Привет. Привет всем. О, я знаю, короче, 4... Ты слышишь, как у меня родители орут? Нет, не слышу. 440 подписчиков, и я врубаю сегодня вебку. О, господи. А чё? А как пустить рассылку? Я пытаюсь рассылку пустить. Ну хорошо, типа, на свидание, типа, новости про... А вот, создать рассылку. Так, кто у нас тут на трансляции? Напишите, да, пожалуйста, три. Напишите плюсик в чатик. Я хочу посмотреть, кто у нас тут сидит. Так, Сервер полон. Повторяем подключение. Мама, потише, будьте! Какая Юля? Ужас, Юля. Так, это моя бывшая одноклассница. Юлечка, привет. Как твои делишки? Я так, кстати, тогда не услышала от тебя ответа, когда ты к нам приедешь. Я тебя так-то жду. Мы так-то последний раз когда? Год назад виделись.
У меня все хорошо, у меня тоже все очень хорошо. У меня, правда, Гарик отпиздит за то, что я сейчас делаю. Ой, отпиздит. Потому что, да, что? Эта группа... Да, это группа проекта, по факту, ну, типа, его. Я все... Я, короче, сейчас отлично. Выложил пост. Угу. Выложил пост, где это... Про стрим запустил. Юля, не забудь поставить лайк на стрим. Летом приеду, наверное. Ну, не наверное, я тебя вообще-то жду летом. Если что, на минуточку. Поедем тусить с тобой. Угу. Аризона. Маленькая писюха. 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 Тарин-тарин-тарин-тарин. Как думаешь, музыку включить погромче? Или... Hello. Бандос, привет. А, напишите, пожалуйста, музыку включить, или вам и так нормально? Просто я не... Так, давайте... А, ну, хотя у меня стрим может из-за этого лагать. А, ну, хотя у меня стрим может из-за этого лагать. Ты понимаешь, что ты это на трансляции делаешь, тебя отлично слышно на стриме, и как бы это... Такое себе, когда... Да, я сама себя там слышу. Я хочу петь. О, 4 человека. Всем привет. Не забывай... Всё, я тут... Я забыл микрофон, может быть, когда проверял музыку, вообще не слышно. Окей. Кто новенький? Ставим лайк, подписываемся. Я очень рада буду. Гры. Что за гры? Лимон, привет. Это, скорее всего, извини. Хрен знает. Да никто не зайдет, типа, с моим. Я хочу петь. Ой. Да. О, 6 зрителей. Ой-ой-ой, мне в Дискорде звонят. Пора-пора-пам. Ребят, кто мне звонит в Дискорде, пожалуйста, не звоните мне в Дискорде. Я потом чуть попозже зайду. Пожалуйста, не надо этого делать. Меня раздражает этот звук. Очень сильно. Так, а почему вы лайк еще не прожали? Так-то надо лайк прожимать. О, у меня зашло на Аризону. Прикинь? Да, я уже первого раза. 5 лайков уже. Так, все, так я переодеваюсь, так МВД Хелпер работает. Ты понимаешь, что нету старшего состава сети? Нету девяток и... Так, а чё у меня зависло? Подожди, для активации... Активация... Чё это значит? Покажи. На стрим зайди. Подожди. Я звук выключу на стрим. Угу. Так, всем привет, кто только зашёл. Ну. А, короче, нажми стандартные доклады. Так, подожди. Ну, Y нажми. Ну, инвентарь зайди. Чё, не выбрано? Стандартные доклады нажми. И понятно. И потом нажми позже. Угу, всё. А чё такое у меня в инвентаре? А чё уже наркота, ты чё? Быстро её... Блядь, в эту прячь наркоту, в общак. Куда? В общак. Это где? Уходи! Блядь! Давай быстрее, заходи. Так куда? Я не знаю, где общак. Уйди. Вот тут. Иди сюда. Вот, короче. Заходишь в инвентарь, сбрасываешь. Куда? Так. Я на скине, ну, вон, короче, не в авто. Вон инвентарь. Где? Ой, там. Вот. Я туда тоже наркоту свою сбрасывал. Вот, а почему я не могу в нее? Игрик нажми. Вот, и там будет общак. Общак будет. Где? Вон общак. Сеттинг, меню, кар. Ну вот общак, да. Нет, справа, вот возле клоуз. Возле клоуз. А вот, общак. Всё вижу. Нажми общак. Да я нажимаю, ничего. А, переоденься, ну да, переодеться нужно. Так, тихо, надеюсь, помнишь меня, я себе тачку новую купил. О, прикольно. А какую тачку взял? Давай быстрее, пока... Открывай двери. Да уже. Куда ты там переодеваться? Где? А, ёпта. Да тут. Давай, речь, сейчас меня подсветит. Какой у тебя FPS, мне интересно. Мало у меня FPS. У меня ноут, блядь, старый. Плюс стрим, нахуй, плюс музыка. Как думаешь, сколько у меня FPS? Там нету музыки, я не слышу её. Так, Элегию. Тюнину. А, прикольно, кстати.
Кто новенький, это ставим лайк и подписываемся. 440 подписчиков, и я врубаю вебку. Так, я забыла, где это. Да, ну, давай, пожалуйста, без всякого вот этого коверкования. А, хорошо, хорошо. Дай ему шутку. Я тебе помогаю, наоборот. Так, 7 человек. Всем привет. Так, сейчас. Подгони мне 500к, пожалуйста. Я помню, что у меня 100к. Так. О, у меня рулетка бронзовая. Все, я положила в общак. Так, что у нас по лайкам? Давайте посмотрим. Прожали ли вы? О, плюс один подписчик, спасибо огромное, кто подписался просто цом в лобик. Ну, 7 зрителей. Да, 7 зрителей. О, 6 лайков. Давайте дожмем 10 лайков за 10 минут. Я уверена, вы сможете это сделать. Что в чатике никто ничего не пишет? Так, а у нас девятки, а у нас в девятке в сети? Нету в этом и прикол. Потише можешь говорить, мне по ушам режут. Я же хочу в патруль пойти. Я тоже хочу в патруль. Ой, извини. Привет, привет. Да господи, ну чё вот вы мне в Дискорде звоните? Пожалуйста, не звоните мне в Дискорде. Так, поставь эту. Не беспокоить. Всё. Да ёпрсте, как меня это бесит. Ну, типа. Так, сейчас. Ребята, не звоните мне, пожалуйста, я вас прошу. Если я не взяла трубку, пожалуйста, не надо меня беспокоить. Так, ладно, музыку я тогда вырублю. Один хуй, она просто жрёт. Так, меня вообще не слышно. Снюс будешь или я доем? Что? Как дела? Дела? Все хорошо. Поставь, не беспокой, видео. Я и так поставила. Всем привет, кто новенький? У меня микрофон чуть не упал. Не забываем подписываться. Я знаю, я все поставила уже. Так, секунду, я двери закрою. Диан, можешь закрыть полностью двери? Сказала полностью дверь закрыть. Нет, на растопашку дверь и пошла. Так. Атака титанов или клинок? Атака титанов. НГ настроение есть? Нет. На самом деле нету новогоднего настроения. Вот. Так. Давайте еще добьем 7 подписчиков. Пожалуйста. Люблю я выпрашивать лайки и подписки. О, 8 лайков, нифига себе. Вот это мощь, вот это мы даем. Еще даже не прошло 10 минут. А нет, 10 минут уже точно прошло. А мы уже 8 лайков добили. А кто от меня пришел? Кто пришел от Резонки Пайсу? Напишите плюсик, кто от группы МВК пришел. Да вряд ли кто-то. Ну, блин, хотя... Сасагио. Это что такое? Ты уже в полиции? Да, я уже в свате. Вот. Сейчас я жду, пока девятки... Сейчас Алина зайдет, девятка. Алина? Вот. Ну, девятка, короче, сейчас идет. А подожди, а чё мне для повышения? Бля, хамуха, мне лидер скидывал там ссылку на что? Но мне кажется, я это быстро так не запомню. Типа, это очень много запоминать надо. Мне кажется, о, 10 лайков, нифига. Блин, молодцы. Я пёрнул, полезная инфа. Пёрнул, классно. Надо пони на влоге. Я порекомендую... Серьёзно, я в рекомендациях Ютуба? Ни хер его знает. Нифига. Может, все возможно. Нифига себе. Да ну, я так... Так, помнишь, что стримила? Я всем порядке дарила, вот я один из них. А, да? Приветик. Кстати, надо будет как-нибудь в следующий раз еще раз... 500к. 500к? Пожалуйста. Вот давай, если на стриме, короче, 15 лайков наберем за 10 минут, тогда дам тебе 500 тысяч. Хорошо. Хорошо. Вы услышите? Добавьте лайки, ребята. У меня река в Ютубе с сюрпризом Аэродрока. А, все, поняла. А, да, у меня же в названии указывает, что я с... Ананасик. У меня уже губы чешутся, у меня аллергия началась. Як вкусно. Ой, 8 человек. Один человек ушел. Так, ребят, пишите что-нибудь, что можно поделать на стриме, чтобы вам было интересно. А, так только 10 человек просмотрело пока что. Ну вот, у тебя осталось 8 минут. Набираем 15 лайков и даю деньги. Ограб банк, я на добавь ДС. У меня в описании... Не-не-не. Ой, Дима, у меня в описании... Не, Дима, пусть идет гулять. Дима, угу. Включить веб-гуляда. Дима, иди гуляй. Банан на вебку. У зрителей будет больше, чем у Мормока. Не. Банан, да.
Либо такая скрытная. Вот. Не знаю, я же говорю. Добавляем 440 подписчиков, я врубаю вебку. Я надеюсь, не слышно, как я кушаю? Да, слышно. Мама! Да, она сегодня вылка кушает. Угу. Поздоровайся, мам, с подписчиками. Подписчики, привет! Спасибо. Слышали? Привет от мамы. Го вебку. Дим, 440 подписчиков. Угу. Коротко о том, как мама залетает ко мне на сайт. Привет! Маме привет! Слышно, как... Ой! Извиняюсь. Какая я некультурная, слышно, как я чавкаю. Ой, о боже. Извиняюсь. Кто Фил Апсон? Это Дима. Помнишь, который с ним залетел? Дима, иди поспи. Дай денег, Дима. Дима, не даст денег. Приветик. Дима, дай денег, будь другом. Привет. Будь другом, насри кругом. Будь сестрой, насри звездой. Дай так, мне сколько... денег. 11 лайков. У тебя осталось 7... Ой, блядь. 6 минут. Да, 4 лайка. 6 минут, 4 лайка дожимаем, ребят. Помогите. Лямчика. Помогите малому. О, малому. Пожалуйста. Угу. Кушать хочу. Малому, ага. Давай я тебе дам ананасик. У меня вот здесь вот есть ананасик. Жадина. Через экран, короче, дам тебе ананасик. Он давай очень 9, вкусный. Пока. Локум! А где тут покушать можно? Давай. На, держи, покушай. Ты что, вебку включила? Приветик. Это я, Дань. Ого, сколько слышно. Привет, привет. Помоги, помогу кушать. Хочу приветик. Банан на вебку. Будет шок-контент. Жаль, что не хочешь. У меня ангина, я не могу ананас кушать. Блин, а у меня аллергия. О, Алина зашла, вот она. О, Алина. Помнишь, помоги вам же как-нибудь. В кабинет шерифа пошли. Пошли, так. Я смотрю, ты на кого Августа Шелби нашла. Теряйся отсюда, Дима. Давай, не надо токсичить, пожалуйста. Я не токсичу. Не на моем стриме, пожалуйста. Так я же в шутку. Кто это деньги просит? Будет то самое. Я. Так, ага, банан дело. А у меня банана нету, так бы это... Ну, это там... Запилила бы контент. Шутка, ладно, шутка, ребят. Ну, хотя я подумаю... Хотя я подумаю, если мы 500 подписчиков наберем до Нового года, я подумаю над вашим предложением. Этим не шутят. Кто деньги просит? Деньги просит... Вот. Как у тебя ник тут? Алина? А почему у Алины... Трэвис Свит. Понятно. Ого, дай мне лям. Трэвис Свит, у меня 3-9-4. Не ваш, уважаемый. Мне на банк. Подожди. Пожалуйста. Купленная на рынке. Так. С наступающим. Спасибо, тебе тоже. Вот и ник написал свой. Через 3 дня Новый год. Да. Давайте доберем 7 подписок еще, ребят. Блин, спасибо. Не за что. Так, я сижу. Алина смотрит на меня, а форма организации. Вы сдать хотели? Да. Я хотел сдать. И... А, нет, только не скажи, что у меня крашнуло. Я просто. А я не знаю ничего. Я не знаю. Помогайте, ребята, чатик, помогайте мне. Да подождите, у меня все крашено. Пройдемся. Так ты мне будешь говорить, я тебе буду читать, ты мне будешь помогать говорить. Подожди, у меня крашено. Ребята, помогай. А, у меня все зависло, я даже не знаю, что делать. Ах вот. Подожди, не сбрасывайте на 394, у меня крашено. Что? Я очень надеюсь, что я попаду в сампик. Что такое? Блин, ребята, откройте форум, помогите мне, пожалуйста. Мне чисто для... Так, Ян, мы в ДС сегодня сидели, а ты, Даня, бери... Хорошо, я тебя в ВК уже приняла, я к вам в Дискорд зайду чуточку попозже. Я сейчас посмотрю, если Алина зайдет на мой стрим и услышит эти слова, что, мол, помогите, пожалуйста. Дань, можете мне... можете, пожалуйста, это... Помочь. Яна меня выкинула с ДС. Хорошо. Жди. Хорошо. Я выкинула с ДС. А ты кто? Я тут уже.
А, Алина тут уже. А, Алина пошла кого-то там другого принимать. Да что закидало? Блин, как только я начинаю, хочу это. Так, ну, так, всем зрителям уже. Нифига, кстати, мы растем уже. Уже 11 лайков. Давайте добиваем 15 лайков. Пожалуйста. Так, что такое трафик стоп 10.55? Слушай, а если... Трафик стоп обычный. Обычный трафик стоп. Обычный? Так, сори, я в ФБР, потом вдруг в ФБР, я только одну лекцию много выучил. Лекция про то, как ФБР врывается в банк. Слышишь? Что? Если 10.55 — это обычный трафик стоп, 10.66 — это трафик стоп повышенного риска. Повышенного риска, да? 10.66, да. 10.66, а 10.55? А, короче, она мне... Обычный трафик стоп. Она мне будет что-то говорить, я у тебя буду спрашивать, хорошо? Угу. Ну все, тогда отлично. Так, она сейчас будет у тебя спрашивать маркировки. А маркировки что? Маркировки патруля она сейчас будет у тебя спрашивать. А что это? Всего. Скажи, что меня крашнуло. Мне интересно, как меня слышно. Сейчас секу. Угу. Голос видео сейчас. Разрешите стать... Маркиров, я вас прошу, трафик стоп. Так, ну что? Я тут. Подожди, что? Я тут. Что мне надо сдать? А что она хочет? Что она хочет от тебя? Пишет, в чем проблема? Подожди, дай я посмотрю. Да какую продажу виртов? Ты же мне просто а если подумать, продажа виртов, какая продажа виртов? Че? Какая проблема? Подожди, да нет. В чем проблема? В смысле проблема? Что за проблема? Роберто у вас примет. А-а-а. Роберто вас примет. А можете как бы выйти там, да? Альт нажми. Альт? Да, сядь возле него. Ёкарный папа. Да. Садитесь. Что такое трафик стоп 10.55? Я обычный, сказал, обычный трафик стоп. Простой трафик стоп. Шестьдесят шесть. Это повышенный... У тебя что, нимб есть? Повышенной... 10.66 — это чё? Повышенной... Повышенного риска. Повышенного риска. Похуй, так напишу. Так. Так. Хорошо, пишет. Угу. Так, и чё? И дальше чё? Чё? Сейчас. А сейчас на маркировке... Что такое маркировка Адам? Адам, маркировка патруля с двумя и более офицерами. Патрулевка с двумя и более и больше офицерами. Угу. Так, извиняюсь, что я пока чатик не читаю, хотя в чатик ничего и не пишут. Так, хорошо пишут. Так, сколько мы вообще лайков? Ну-ка, давайте я обновляю, смотрю, сколько. Сервер полон. Что за херня? Я зайти не могу. Хорошо, пишет так. У нас на стриме 11 лайков. Блин, 4 лайка, ребят. Вам не сложно, мне приятно. Что такое маркировка Мэри? Сейчас скажу. Так, Мэри, маркировка... Короче, патруль с мотоцикла. Угу. Так, ребят, кто на стриме, поставьте плюсик в чат. Я хочу знать, кто меня смотрит. Сейчас будет вообще патруль. Хорошо, пишет. В патруль сейчас поедем, будет весело. Да, ну мы с тобой поедем в патруль. Только фрапс мне нужно скачать. Ё-моё, сейчас. Я скачаю бандитам по фасту. Понял, плюсик, хорошо. А чё, один только он слышит, что ли? Кто? Так, данные, так... И чё это? А, лидер повысил до 4-го. А чё, а меня можно так? Подожди, пусть не уходит, скажи, чтобы не уходила. Стой. А, она ушла, они ушли уже. А, нет. Роберто тут стоит. Барбе, напиши чату, Алина, не ливай. У меня крашнуло. Варбачат. Слушай, Н. Не... Диана, пожалуйста... Не ливай, тут чел еще надо.
меня сервер не отвечает, ну типа полон. Я хочу тоже по это. Все, меня повысили так. Я тоже слышу код фейскинга. Ку-ку. Опа. Кстати, фейскинг, тебя в любой знаешь, момент может заходить фейер. Так, тихо. Пишет он так, без Б пишет. Смотри, короче, читаю Гарик, так. Привет. Тарик? Гарик, это бывший финансист. Так, кстати... сервера Surprise и основатель... Я читаю чатик. Кстати, тебя в любой момент может захватить ФБР и допрашивать насчет всего. Ты говорила, что ничего не знаешь и ничего не делала. Они будут угрожать, можешь говорить, что пусть увольняют, но ты не делала ничего. Хорошо. Плюсик. Ой, плюсик. Ребят, кто тут новенький? Ставим лайки и подписываемся. Сегодня цель — добить 440 подписчиков. Привет! Привет! Привет, сладенький! Подписывайся. Ой, блядь, подписывайся. Сам ставь, ты, ставь сам лайк. Ты гей, Гарик, сам ты гей. Го кататься. Патруль? Да, кататься, подожди. Нет, 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 не иди ни с кем в патруль. Рабочий день через 5 минут кончится. А, не. После этого тебя примут в ФБР. А, то есть, подожди. Шашаман? Да ФБР, ну, типа, я бы не советовал ФБР идти, там очень трудно. Ну-ка, подожди. А, я четверка. Ну, я знаю. Я... Серьезно, а что так изи было? Я Payday не могу получить, блин. А подожди, сколько на четверке платит Payday сват? Я не знаю, я не помню уже. Ребят, ставим лайк. Ну-ка, давайте посмотрим, сколько лайков. Давайте я закрываю глаза, и чтобы через полминуты у нас было 15 лайков. Я уверена, вы сможете добить. Так. Ну, пока 12. Так, подожди, через 10 секунд у вас есть. Я открываю глаза и смотрю. Если вы не прожали, я на вас обижусь. Ну ладно, не обижусь, вы все пупсики. Раз, два, три, четыре. О, я зашел. Пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Обновляю. Нет, считай до 15, считай до 15. Стой, заново посчитай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Обновляю. Обновляю. Смотрим, сколько у нас лайков. Лайков. 13 и 1 дизлайк. От души дешевно в душу. Ну, поставьте. Так, моего друга так приняли. Есть 15. Да, это... 15? Есть 15. Есть? Серьезно? Есть, да. И 4, 5 зрителей. А, о, нифига, спасибо огромное. О, 15. Блин, такие пупсики. Так, сегодня... Блин, я не знаю, завтра, короче, мне кажется, что качество моего микрофона уже завтра ухудшится немного. Просто вот этот сейчас микрофон, с которого я сейчас... Блядь, в который я говорю сейчас, он стоит где-то примерно 10-15... 15 вроде. Всё, я... 15 рублей, да, и... Плюс там еще какая-то охуенная аудиокарта. Лайков. Что? Чего? Кто-то накрутку сделал или что? Это что за... Это что за цыганские фокусы? Что? Это накрутка, это я просто с двух своих аккаунтов еще лайк поставил. Ну, спасибо. Я не накручивала, просто с двух аккаунтов своих еще проставил тебе 2 лайка. Ну, у меня два канала еще есть, помимо этого. А подписаться нет? Ребята, подписываемся. 7 подписчиков осталось. 7, это же так мало. Когда Team Dog добивает 500 подписчиков за один день, я прошу всего лишь 7. Всего лишь 7, я не прошу так много. Всего лишь 7. Басап, привет. Угу. Ну все, я тебя жду, и мы едем в патруль. Будет контент, сейчас. Мне кажется... А я сегодня отлечу с Варном. А где она? Где Алина? Где Алина? Она тут. Яна, у вас 1 мин. Какая минута? Какая минута? Пусть теряется.
Какая минута? Дима! До конца готов? Рабочего дня, да боже, и что, можно после рабочего дня тебе еще доплачивают премию, если ты после рабочего дня работаешь? Да? Да. Да. Кто такой Traffic Stop? Подписался завтра... Ой, какой ты пупсик. Кстати, ты мне так в ВК не написал. Еще 5 подписчиков. 5 подписчиков и 20 лайков. 2 лайка и 5 подписчиков. Яна будет очень рада. Грубо говоря, мне кажется, на протяжении всего стрима я просто выпрашиваю подписки с лайком. Как бы... Ты что делаешь, бля, хамуха? Он-то кашет? Или мне показалось? Но он наводится же на меня. Я Ренат, ты меня утром... А, да? Нифига себе. Девять человек, всем привет! Кто только зашел? Напишите плюсик в чате, кто зашел. Нифига, 50 тысяч платит на 4-м ранге. Васап, Саша, привет. Саша, лайк прожимай. Я хочу 20 лайков. И хочу 440 подписчиков. Очень хочу. Очень. По сценарию ты будешь в серии 3 сниматься. А что я там делать буду? Чекай, что купил. Покажи. Я голодная, кстати, где можно поесть? Так. Ну что там, закончили? Да, забивать гвоздь закончили. Сейчас. Скин. А, прикольно. Ты будешь медсестрой, я поняла. Где тут можно покушать? Вот тут есть столовая. Где-то в участке должен быть автомат с едой. Ну, я вот сейчас за мной. За мной, за тобой, за тобой. Побежим, побежим, побежим. Как... О, блядь, закрылась. А, ой, спасибо. Не болей. О, мне лям перевели, нифига себе. Ой, а кто тебе лям спасибо перевел? Спасибо большое, кто перевел. Да, мне кто-то лям перевел. Блин. Можно мне 5 подписчиков переведут? Спокойной ночи, Яна, спокойной ночи. Сладких снов. Так, вы просили песня. Айс с разными голосами. На моем записи айс. Ой, я не буду петь. Так, давайте еще 5 подписчиков. И сколько нам еще? Все, мы можем ехать в патруль. Да, все. А, надо будет еще заехать, мне лицензию на мото купить. И лицензию на оружие. Зачем, если мы сейчас в патруль? Так, подожди, короче, я буду за рулем, потому что у меня бандикам есть. Потому что если... Идет 20 лайков, кстати. Да? Да, я офигел. Что, простите? Я отвечу, Гарик. 20 лайков? А, нет, 19 лайков. Ты чё мне... Ребята, быстро прожали лайк. Вот кто сейчас не прожмет лайк, у того отсохнет пися. Гарантирую. Вот просто 100%. А кто поставит лайк, к нему придет Дед Мороз и даст ему, что он хочет. Ну... Ладно. Раз, проверка, все. Так, Яна, зачем именно в мусарню? Хм, ты говорила 500 сапов, потому и что? Будет банан, накрутка. Не надо накрутку, пожалуйста, я не хочу, чтобы мне накручивали. Потому что я потом заставлю вас все равно, откручивать вас заставлю. Потому что мне портит статистику моего канала. В мусарню почему? У меня 18 лайков, держу в курсе, а не 20. Я только что смотрел, было 20. Ок, ок. Короче, поехали в патруль. А ты где? Сейчас я переодеваюсь. И мы едем в патруль? Да, мы едем в патруль. Не, мне сегодня кажется, что я с вареником такое чувство сегодня отлечу. Не отлетишь, у меня все есть. Я буду тебе это... Я же, я бывший зам свата. Почему именно... Почему именно мусарня? Ну, мне вчера на стриме, типа, лидер Конор написал, типа, все, забираем тебя в сват. Или я уже не помню, кто это сказал. Ну, и в итоге я пошла в сват. Тем более, я просто... Потому будущая девятка. Да, конечно, мечтай. Я будущая девятка. Да, да, блин, ты правила не знаешь. А выучить за ночь можно. Короче, я тебя жду в гараже. Угу. Я в гараже. Яна, можно к вам в Дискорд? Это Даня. Мы пока в патруле. Типа, можно только чуть-чуть попозже. Я тебя могу добавить. Ты мне, главное, плюсик сейчас в личку поставь. Так,
Ты серьезно? Ты не взяла ни бронежилет, не пополнила хп, ни оружие. А что делать-то? А что? А как это делать? Покажи. Я же глупая. Ну куда мне идти-то, ты мне скажи, я глупая. Идем. Да-да, за ночь кровать. Чем? Господи, какая тебе девятка? Иди сюда. Где ты? Да там, где переодеваются. Я только в больнице шарю, потому что я в больницах на лидерках часто стояла. Типа, да. Там вообще изичные правила. Так. Вот тут, короче, ты берешь оружие и боеприпасы. Вот берешь взять по боеприпасы, берешь тазер, дубинку. Дигл не брать, потому что у тебя пропадет тазер. Ага. Вот, тазер, берешь, тазер брать, тазер брать. Да, тайзер брать, дигл не бери, бери М4А4. А дубинку брать? Ну да, бери. Все, взяла. Самое главное, дигл не бери. Все, пошли, иди сюда, хп тебя пополню. Давай. Так, дизлайк, отписка. Почему? Шок, почему? Это что за... Не надо мне. Лучше подписку оформи. А, у тебя... 10 так... зрителей. Ди... Да? Всем привет, кто только присоединился. К те, кто новенький, это... Вот, вот, лайк. Иди сюда. Вот, да, бери, а, бери. Вот это. Вот это. Все, я взяла. Да. Все, можем ехать. А, 6. 18 лайков и 1 дизлайк. Ну... Поехали. Вот кто дизлайк поставил, я вообще... А ты куда убежал? Я в гараж. А где это? Я в гараже уже. А где это? У нас машину скоммуниздили, гондоны. Ну, дизлайк, ну, что я могу сказать. Прикольно. А где? Что такое? Что? Я тебя не слышу, пиши, пожалуйста, я на стриме. Слышишь? Я тебя не слышу. Сюда. Иди так, в гараж. Ладно, держите лайк, я пролетел. Полетел. Давай. Иди в гараж. Да Яна. Где? Ты меня сейчас хочешь вывести на эмоции или что? Я понять не могу. Я говорю, где этот гараж? Не доводи, пожалуйста, а меня, пока ты я не... Куда ты выходила? Ты чё кричишь? Ты чё кричишь? Я не кричу. Ты кричишь. Меня по ушам режет. Кричу. Вот я, вот, видишь, вот я. Где? Вот я. Вижу. Вот, вот я тут, иди за мной. Андрей? Нет, не там, это не я. Нет, вот я. Ну все, пошли. Идем. Нет. Да господи, сколько тут дверей, а? Три зрителя, понимаю. Ну ничего, еще все, поехали. Че, у сестры горло болит после забивания гвоздей? Да, садись. Да. Наперед садись только, наперед садись. Ну так... Наперед садись. И возьми в руки М4. А как его взять? Выйди с машины. Пролистай колесиком выше, пока не найдешь М4. Все, садись в машину. Угу. Вася, скажи этому дурачку, чтобы не ездил за нами. Не ездите. Не ездите, пожалуйста, за нами. Дима, не едь за это нами. Это Дима, это Дима. Дима, это... теряйся. Не говори так, я ненавижу, когда да так потому что, типа, ну, блин, зачем... Ну, потише, пожалуйста, пожалуйста, потише, у меня уши уже болят. Сука, вот что он делает? Я сейчас на него репорт кину, то, что затыкаю ДБ, и его посадят нахер. Привет всем. Те, кто новенькие, это. Всем привет. Вам... Чё? Чего? Что? Это мне... Чего? Это мне что? Сейчас... Что случилось? Это мне сейчас показалось, или у меня 25 лайков на стриме? Не знаю. Что, простите? 27. Что? Это кто накрутку врубил? Я это не знаю, это не я. Ребят, ну вот зачем вы так делаете? Открутите, пожалуйста. Я вас прошу. Все, это... короче, мы едем. Это некрасиво так делать. Вы мне статистику портите. И YouTube потом меня продвигать не будет. И мне будет очень обидно. Нахер он за нами ездит? Я сейчас буду его так кашить. Не надо. Я предупреждаю. Один дизлайк. За нами... А кто опять дизлайк поставил? Что за цыганские фокусы? Не надо дизлайк ставить. Пожалуйста. Ты лучше... настроила МВД Helper? Нет. А о чем я... Серьезно, если он будет ездить за нами, я его сейчас... Да.
И ща в чате привет от Фантомаса. Опа! Яна, посади того человека, который тебя стрим снайперил. Что, подожди? Посади того чела, кто тебя стрим-снайперил. А так ему вроде ничего не сделали. Типа, я сегодня, наверное, буду с админами разговаривать на эту тему, потому что, ну, блин, если ему ничего не сделали, типа, какого... Да что это за херня? Не кричи, пожалуйста. То какого, типа, хера? Так. Это не накрутка, просто лайки с твинков. Я тебя в рекомендации выведу. А-а-а, понимаю. Посади его в ответку. Ну, я не хочу делать ему такую подлянку. У меня сирена не работает на этой машине. Ему просто это потом аукнется. Ну, блин, месяц. Нет, я не люблю мстить, честно. Типа о, я... включилось. Так. Два дизлайка. И что это такое? Лучше подписывайтесь. Зачем вы дизлайки ставите? Да ё-моё. А я обожаю. Что это такое? А я обожаю только мстить сестре. О-ха-ха-ха. Как мне настроить этот МВД-хелпер? Как мне МВД-хелпер настроить? МХ, слышь, МХ. МХ. Вон он. А у меня завис. А, нет. Подожди, а что это такое? Панель управления? Это что такое? Да что это такое? Я не понимаю. Есть сладкая штука, да. Подожди, ТНК, КДИ, таймер, патруль. Ничего, ладно, я потом уже с этим разберусь. Что-то мне непонятно тут. Я привыкла уже к... О, плюс один подписчик. Спасибо, кто подписался. Мне очень приятно. Ой, 28 лайков, один дизлайк. Блин, стрим еще не идет даже час, а мы уже почти 30 лайков добили. Это вообще... Это что-то с чем-то. Надеюсь, что сегодня добьем... Сирена эфирова работает. Подожди, сейчас поменяем машину. Хорошо. Надеюсь, мы и добьем сегодня 440 подписчиков. А я пока ананасик буду кушать. Надеюсь, я вам не помешаю. Подожди. Ребят. Видишь, какая-то херня. Кто-нибудь... Я не понимаю эту дичь. Кто-нибудь знает, когда именно подожди, выпускают секунду, обновление? Когда подожди секунду. Я проверю, это у меня эта херня, на что я не могу выключить сирену. Ребят, кто не знает, когда именно на выпускают завтра? То есть завтра, получается, завтра это типа сегодня? Или типа сегодня в 5 часов утра? Я не поняла. Очень сложно. Ну типа, сегодняшняя ночь... Ой, ну типа, блядь, ну как это объяснить? Я не могу. Я не могу выключить сирену. Попробуй сама выключить. Сядь в машину на переднее сиденье и shift понажимай, пока не выключится сирена. Я не слышу сирену, у меня типа это. Почему-то игра. Блять, такая. Сегодня ночка жарко. А, то есть сегодня, типа. Ну блин, сегодня это типа завтра, но типа это сегодня. На Alt? На Shift. На Shift? Да, либо H. Как у тебя это получилось? Спасибо, что ты меня отпиздил. Яна, пожалуйста, я смущаю Тревиса, что он говорит не езди за ним. За нами. Поехали. А, Дима, да, ты его смущаешь. Сейчас, я сяду. Ну, типа, зачем ты просто за нами ездишь? О, полиция. Ну, стой с ТДНом эту машину, ты не имеешь права сам ездить. Давай эту машину возьму. Давай. Не, ну нормально, конечно. А что он делает? Опа, так, фрапшу. Так, у меня на стриме. Репорт кидай на него? У меня... А, ну вот. Тайм, сейчас я пропишу, вот все, тайм есть. Какой у него там... Два... А какой у него... 242. 242. Сейчас. 242. Потом со стрима у меня просто вырубишь. Он уехал. Выйди с машины. Зачем? Выйди с машины. Я поехал. Он украл машину. Да? Все. Но я же не отстану. На пизделей получишь тогда. В смысле, каких пизделяторов получишь? Ты такой мусор.
А, короче... Я же не отстану от вас, но я тебя начну херачить, потому что пока он не в рабочей форме, я не знаю, кто это за человек. Я его спокойно доведу до того, что он просто ливнет с организацией. Я обещаю это. Я скандал такую тебе. Я не играюсь. Ну, типа, если он будет ездить за нами, я бы сделал 3 поворота. А, это Дима. Саша, это Дима. А мне какая разница, что это Дима? Да и... Ты чё, Саша? Не. Ну, я его предупредил, то есть я, ну, его уволят. Ребята, давайте добьём 4 подписчика ещё. Деньги ещё. Все решают, нихера ничего решают. Поверь, я стану на 9-ку, я вышвырну тебя с организации. Если ты такой умный. Ну, в том плане, если будешь взятками и всё это. 2 лайка и 4 подписчика. Пожалуйста. Я говорю, я не на того напал. Боже, какой ты злой. Утю-тю. Я не злой. Угу, я слышу. Блин, так... Я не понимаю, почему, сука, не работает. Что? 7... Я подавилась. 7 зрителей, было 5 только что. Всем привет. Ты там что делаешь? Кому ты там... Репорт вкинул. Ребят, давайте... 4 подписчика, 2 лайка. Пожалуйста. Я не понимаю, почему я сирену не могу включить. Так, сколько у нас сейчас лайков на стриме? 28. Блин, сегодня в 3 дня стрим. Что? Кстати... Мне нужно перезайти. Почему? А, нет, подожди. Я говорю, я не могу сирену включить, мы не сможем нормально патрулировать. Да... Нажимайте H. Да я клацаю, да грёбаный H. Не кричи. Сегодня в 3 дня стрим запусти. А, ну, короче, мне завтра вечером привезут микрофон. Я, короче, себе микрофон заказала. И у меня доставка получается где-то 18:00, либо до 10 вечера мне должны его привезти. И у меня уже тогда будут стримы регулярно выходить. Ну, типа... Я-то, блядь, думаю, почему у меня стрим лагает. Я просила сестру, пока у меня стрим, не заходить в другой компьютер и не сидеть в интернете. Что она делает в свою очередь? Она зашла... Не кричи! Рот! Сейчас, закрой, секунду, я перезайду. Тебя прекрасно слышу, что рот закрой. Сейчас я перезайду. Диана, замолчи! Диана, замолчи! Моя комната, Диана, замолчи! Замолчи! Я буду заткнись! Топчик, поздравляю. Салам алейкум, Женя. Пося тебе передал привет. Большой золотой, у него новый вибратор. О, что? Я не отразила, что я это прочитала. Понимаю. Наверху прочитай. Так. Любовь сестер. Да, так у нас очень хорошие взаимоотношения с сестрой на самом деле. 30 лайков. 30 лайков. А теперь 4 человека подписаться. И 1 дизлайк. Ну, блин. Моя комната, что хочу, то и делаю. Поняла? Да. Спасибо за 30 лайков, ребят. Давайте 4 подписчика еще добьем, пожалуйста. Пожалуйста. 9 зрителей. А нет, 8. Не буду будить его. Это скажет только 1 человек. Что скажет 1 человек? Да, я тоже, кстати, не поняла, что скажет 1 человек. Вот сидит же сейчас какой-то человек, вот смотрит, да, и вот не подписан. И вот вообще, а я вот тут сижу и язык мозолю себе. Обидненько на самом... 2 дизлайка. Нет, ну вы что, угораете? Сейчас вернется и шпалах прилетит. Шпалах, знаете? Блять. Нормально. Да-да-да. Я на 2-5 минут уйду, окей? Нет, блин, сиди, я тебя тут держу. Никуда ты не пойдешь. Спасибо, Дима. От души... Хорошо, иди. Он машину толкнул. Он тебе кончен. Не говори не так. Не знаю, он мне уже не нравится. Ребят, ну вот что за фигня у нас? Всего лишь за стрим 1 подписчик новый. Так слышишь, типа, а когда я стоял на 9-ке, такой херню страдал человек, я добился того, что его просто уволили с ЧСРом организации. Подожди. Потому что это не нормальное поведение. Ты где? Я захожу. Куда? Я же говорю, мне нужно было перезайти на сервер. У меня лагало и вылетало. Не, ну и ты... Плюс еще я не мог. Нет, ты очень умный, ты меня оставил в машине, я что, знаю, куда ехать?
Так я же специально приехал к отделению. А это отделение? Короче, просто жди, просто жди. Жду. Вот там, где ты стоишь, жди. Вот я сейчас захожу уже. Я уже зашел. Угу. Ребята, ну подпишитесь. Пожалуйста. Потише. Говори, пожалуйста. Да, она сказала, что она ему купила одеколон, сегодня пойдет покупать, купила губку, эти, шампунь, гель для душа, вот. Это когда парень сестры вонючая чмо. Ничего, меня сняли сейчас с голосом. Мы подписка, а ты нам что? Ну, 440 подписчиков, я врубаю вебку. Я его предупредил. Вот. Будет разговор другой. Она 500 подписчиков. Она 500 подписчиков там. Ну. Ну, еще придумать надо. Ну вот как вот. Сейчас же, Саша. Конечно, мечтать не вредно. Так. Да ё-моё. Нет. Не, 807-й, ты не поедешь с нами в патруль. Хэштег интим... я сам себя выкинул. Хэштег интимка. Понимаю. А, в автошколу его довезти. Ты говорила на 500 сабов банан. Ну, окей, на 500 сабов банан, но эти 500 сабов хрен знает еще когда будут. Что, ну, раз вы за столько времени еще не смогли добить даже 4 подписчика, ну вот какие 500 подписчиков мы сможем добить? Ну вот как вот? Никак, значит. Yes. Ага, заправляйся. Не заправиться, я эти... Ой, 31 лайк, спасибо за лайки. Спасибо огромное, правда. А еще 5 зрителей, и люди ушли. Прикол, спасибо. Прием пакеты по 11 тысяч, конченые. Приехали в другую. Могу, не надо, пожалуйста, мне не нужны накрученные подписчики. Мне нужны живые люди. Потому что накрутка портит статистику канала, потому что YouTube в любом случае их открутит. Что ты хочешь? Чё? Ты это кому? Где мне? А там слышно на заднем плане, что сестра смотрит? Чуть-чуть. Спасибо. Я не понимаю таких. Ой, а я не понимаю свою сестру. Опа. Опа, а чё? Мегафон. Я не могу сирену включить. Ну вот что это за... Может, у тебя просто кнопка не работает? Рапсим. Нет, у меня работает, но я ж бибикаю. Ладно, похер на него. Подожди, секунду. Ну если чё, у меня всё это на стриме будет показано, да и всё, просто потом оттуда потом вырежешь и всё. Всем... Подожди, я попробую включить его. Тут новенький есть? Нет? Давайте, 4 подписчика. Ну, камон, это не так уж много. Это вообще, для вас это по фигне должно быть. Раз мы уже запусти... раз мы уже добили 32 лайка. Ну, что он делает? Кстати, ты можешь накрутить зрителей на стриме, и от этого людей будет больше. Нет, я такой фигней не занимаюсь. К сожалению. Ой, к счастью. К сожалению, ага. Зачем мне накручивать что-то? Свои пусть будут. О, еще и сбив. Был сбив? Не было. Не-не-не. Я не видела, я чат смотрю, я не вижу игру. Ва-ха-ха. Что ты смеешься? Кстати, мне вчера после стрима такую мелоду написали в Дискорде. Как бы все накручивают. Но я не все. Я Яна. Чисто... Был сбив. Ура! Я включил. А потом будет это как этот, как Ашер. Сколько у него там? 40 с лишним ка подписот, и просмотров вообще по фигне. И просто инактив. Я опять не могу включить в сирену. Ну. Подожди. Так и не... Я не могу понять, из-за чего эта херня. Сейчас, секунду. Сейчас зрителей должно прибавиться. Почему? А чё, почему, Саш? С чего это ради? А... Стройки управления, управление транспортом. Мне кажется, все. Вот. Мы не добьем сегодня 440 подписчиков. Я вообще думаю, слушай, а может быть на следующем стриме это найти этот. Так уже.
Нет, не, я не про Маки Ашера, я говорю про обычного Ашера, ну Ахер, он на этом снимает. Ты мне скажи, на Кингман, на Кингмане он снимает, у него там 40 с лишним плюс к сабов, но у него актива вообще почти нету. Потому что он там баловался в свое время накруточкой, вот. И, типа, я не понимаю, как при такой аудитории вообще, типа, мало просмотров, ну вот как так? Типа, что? Хотя, возможно, ему по кайфу так, может быть и нет. Хуй знает на самом деле. Не хочу в это вникать. Это уже есть сугубо его проблемы. Леонард. Попробуй включить сирену, слышь, попробуй включить сирену. Я просто звук выключу в игре, чтобы его не было. И все. Так, добрый вечер. А что это значит? Добрый. Так, что там надо наш? Shift. Я не понимаю, как это ты делаешь. Все, выходи с машины. Да, садись. Все, поехали. Сажусь. Так, сейчас чат чек на секунду. О, плюс два работает потихоньку. Что работает? Саш, ты накрутку, что ли, включил или что? А, нет. Шесть зрителей. Опа, 10 зрителей. Напиши слэш-мег. Напиши слэш-мег. И зарабатывай. Слэш-мег напиши. Кого? Напиши слэш-мег. Мег? Хватит читать чат, ты, блин, на патруле. Слэш-мег, да. Нет такой команды. Серьезно? Неизвестная команда. Почему? Ага. А, так я хелпер-то не настроила. Без этого. Нет, я просто пропиарил. Где ты пропиарил? Всем привет, кто новенький? Не забывайте... Помнишь, я просил? Ну не кричи, помнишь, пожалуйста. Просил, напиши, аж вроде нажми или аж, да, аж нажми. Угу. Не забывайте подписываться нажимай, на меня. Ты серьезно? Я сейчас просто ливну и все, я не хочу с тобой патрулировать, когда ты чисто в чате сидишь. Мы ведем погоню, тебе абсолютно пофиг. Не кричи! Я на тебя кричу? У меня минус уши, ты понимаешь, я тебе говорю, у меня и так проблемы с ушами. Короче, подожди. Если ты не можешь его... Ты оружие можешь достать это и начать стрелять в него? А как мне достать, ты мне скажи? Слэш Г или слэш H? Ну просто H, просто нажми либо G, либо H. Все, досталось. Скорее всего, вот, стреляй по нему, стреляй по нему. Такси? По колесам херач. Да, по колесам херач. Все, стоп, останавливайся. Стрелять в него, нет? Не надо. Не надо? Я выхожу. Слышь, господи. Если ты еще так будешь кричать, вообще, это я люблю. А потому что, блин, ты... Не кричи! Он... Ну, извини, я в Сампе первый раз вообще... Ну именно здесь. Яна, это Даня. Так а нахера он убегал и не. Нажми каплок и все. Сделай его потише. Да, а если я его потом не услышу, и все, и что я делать буду? Да, потише его сделай. Что, не узнала? Сори, не узнал. А что он сделал? Неподчинение. Неподчинение? Неподчинение. Угу. Не узнал, это же я. Это как он там? Лена. Блять, забыла. Ладно, не буду говорить. Слышь, да, я, пожалуй, да, Женю потише сделаю. Мне реально очень сильно по ушам долбит. О, бля. О, вот так вообще шикарно. А, он еще и в розыске. Да? Сколько у него звезд? Ой. Я занят, я сейчас я наиграю в сам. Мне похуй, то, что ты занят. Скинь его номер. Чисто семейные разборки. А чё он не работает? Я на пути. Ты не смотришь. Дима, как права зачитать? Чат чекай, я чекаю чат. Лайк поставила, подписалась. Так давай его отпустим. Женя. Ой, господи. Любишь подписчиков, отпусти его. Давай его отпустим. Хорошо, я уже отпустил. Ты уже отпустил?
Ну все, хорошо. Скрова не работает. Да вообще какая-то херня. Мне надо, короче, просто команды все. Мага, привет. Что он делает? Да это у него лагает, ты видишь, как его пидорасит. Так, прочитай, что я написал, слэш-права пиши. Слэш-права пиши. Спасибо, Ян. Да это Женя скажет спасибо. Я да. Не могу выключить сирену, говорю, вот. Я сейчас психану и удалю этот сам нахер. Вот ты что сирену. Такой импульсивный? Что ты такой импульсивный? Будь проще. Яна, можно... Нет, не... Будь ты за рулем, будь ты за рулем. Я не... Ой-ой-ой. Будь за рулем и выключи сирену. Я тебе буду говорить, когда включать сирену. Так, все, выгоняй их нахер с машины. Выйдите с машины. Ребят, выйдите с машины. И машину выключи. А я не могу. Лол, подожди. Я не могу. Несколько раз поклацай. Shift. Все. Выйдите. Нажми Ешку. Е, нажми английскую. Зачем? Все. И Тофи пусть вы, и Дима пусть вы. А, где? До СПД. Едь. А где оно? Ты серьезно? Что такое импульс? Ты понял, тот понял. А? Слышь, ДПС? Едь в СВАТ. Сейчас, подожди. СВАТ. Нашу организацию есть. Да, да, я, которая не знаю карту, это в важных местах находится? Государственная структура. А, так и... Принять. Да шути, блядь. А где... ДПС. Но... Подожди, а где тут госструктура? Нету. А, да, важные места. Важные места. Но... И там будет полиция Сан-Фьера. Полицейский участок. СФ, там будет написано. Полицейский участок, только РЦ. СФ. Не-не-не-не-не. Дальше, следующая страница. Нету. А. Нету? А, следующая страница. Вот. Ну не кричи ты. Я не кричу, снизь меня по громкости, я очень тихо говорю. Я и так тебя по громкости снизила, держу в курсе. Так, давай, сейчас, подожди. Так, чатик молчит. Давайте добиваем 4 подписчика, пожалуйста. Ну, типа, лол, 30 с лишним лайков мы добили, а подписоты добить не можем. Ну, слабо верится в это. Так, без мигалки, да? Я знаю, у меня GPS работает. Я же не настолько печенька. Хотя я печенька, но не настолько. Господи! Это я сейчас только что задрифтила немножко. Короче, дай мне руль. Дай мне руль, короче. О, господи. Лена, дай мне руль. Потом мне говорю, чтобы я сел. Чё ты на меня бубнишь, а? Мне вот это вообще не нравится. Да я не бубню. Это был первый и последний раз. Это был первый и последний. Это был первый и последний раз, когда мы с тобой в патруле. Больше я с тобой больше ездить не буду. Я типа раздражаю такое. Но это твои проблемы. Я ненавижу, когда со мной так общаются. Я тебе сказала, что я не люблю, когда говорят громко. Но если ты тупишь. Но здравствуй, я играю в самп не так давно. Я тебе я. Как тут говорить? Что мне вот так? Да. Мне что, вот так да. Говорить? Я не буду так говорить, я буду говорить, как мне удобно. Я не кричу сейчас, тебе могу веб включить, ты увидишь, что я даже тон не понимаю. Стрим нет, Джон Рассер... Нормально, Джон? Так нормально? Да, нормально. Джон Рассер, привет. Так, да, да, да. Ребят, ну давайте еще 4 подписчика добьем, камон. Шо, 4 всего лишь? Плюсик. А что со стримом, подожди. Все нормально со стримом? Привет. Сколько у нас? 34 лайка. Да, понимаю. Че, мы сейчас куда едем? Где мы сейчас патрулируем? Патрулируем? Что за семейные проблемы? Это не семейные проблемы. Я просто говорю, что... Ну, я пару раз просила... Ну, даже не пару. Можете посмотреть стрим. Я просила дохуя раз не говорить громко. Я и так его сделала потише. Но мне не нравится просто, когда громко разговаривают. У меня и так голова сегодня болит. Я люблю, я говорю так, удобно. И типа... Го дружить, го. Го добьем 450 подписчиков, и Яна покажет... Нет, я не буду ничего показывать Индимку. Я на 440 подписчиков вебку врубаю. WhatsApp от Дон... А, ему тоже привет. Ты не смотри, что я ростом мало, у меня в трусах...
Докажи! Докажи! Просто докажи. Судите Яна, покажи интимку. Вот они этого делать не будут, потому что они нормальные. Они как ты. Ну ладно, ты тоже хороший, ты пуська. О, еще 3 подписчика. И мы добьем. А чем мы остановились? Пруф. Что пруф? Че ты такой без настроения стал? Нихера. Не работает у меня все время. А почему так? У меня работает, у тебя нет. Да, а, доказать! Ахахаха. Ахаха. У меня там ссылка на ВК есть, да? Но ты знаешь, что делать? Ха. Просто всем кискам пис. Это что такое? Я водила. Ну, я вообще шикарно водишь, Ярик. Ну ты не Ярик, ты Женя. Да сфоткай и скинь ей свою зубочистку. В натуре базаришь, Саша. Вообще, вот, слушайте побольше Сашу. О, стой. А, не, мне показалось. Это как у чела вчера, кто меня подвозил на стриме. Тачка. Так. Так. Еще 3 подписота. Я вот не вырублю... Я сегодня, наверное, постримлю до часа... О, уже 11 час. Нифига. Ну вот, добьем. Что? Понимаю. Интим ВК скинешь на 440? Нет, не скину. Ну давайте добьем 440, вон, чё? Ну это не так уж и сложно. А даже лучше будет, если 450. Сделайте мне подарок на Новый год, а я вам потом сделаю. Устрою стрим, найду, кто меня проспонсирует, и это, рулеточку запустим с призами хорошими. На эту писать. На девятку? На девятку. Вот я не знаю, почему не включается. Ребят, кто знает, кто может помочь решить проблему? Я пытаюсь включить гудок, нажимаю H. Я на скинь 2 кк. С чего ради? Я просто так ничего кидать не буду. Ребят, помогите Жене, он нажимает на Shift и Alt, у него не работает, типа он не врубаются мигалки. Ахаха. Ну ты нам сделаешь, а мы тебе. Ну, ребят, ну, блин. Окей, я больше ничего у чата просить не буду. Более вы уж озабоченные. Ок, мы будем спамить, она не покажет, она же приличный. Спамить будет. Не надо исключать никого. Он пока. Нет, в том плане просто мут дается на 5 минут за спам и за. Он сейчас. Стой, ты знаешь, как работает модератор Ютуба? Ну, типа, смотри, вот, к примеру, вот у тебя просят интимки на протяжении вот много спама. Он не спамил. Минус один подписчик, бля, души. Он не спамил. Зачем ты его замутил? Он в чат не сможет писать 5 минут. Ой, спасибо. Тебе не 2 часа, не навсегда. Да, ну действительно, просто взять так замутить человека на 5 минут, ну да, не действительно. Он не спамил. Смотри, посмотреть, ок, мы будем спамить. На английскую ашу, он так нажимал. Он нажимал, не работает. Слушай. Да, слушаю, Дима. Ну блин, ну чё вы тут от меня отписались? Ну давайте добьем 440 подписота. Я вот забил в Ютубе Аризона стрим. Угу. Он не заслуживает модерку. Отбери у него. И там нету твоего стрима. А как ты нашел тогда мой стрим?
А как это? Ты игру сама добавила в стрим? Нет. Ой, 11 человек зашли. Чего, простите? Ребят, кто новенький? Ставим лайки и подписываемся. Добиваем 4 подписчика. Ну как это у меня? 2 дизлайка, 35 лайков. Кто это ставит дизлайк? У того 50 пойдет. А, на канал подписан? У меня, кстати, тоже. С видоса. С какого видоса? А чё, а почему? Это мне что, надо саму игру типа добавлять? 36 лайков. И тут 11 тысяч, и ничего кончено с такими ценами на ремпакеты? У меня 100к всего лишь, ты помнишь? Давай поставлю 40 лайков, стримков, кинем тебя в рекомендации. Давайте лучше мы... Давайте лучше мы просто найдем 4 новых человека, и пусть они на меня подпишутся. Как вам такая идейка? Или 45? Либо... Клаш гонит, либо приздите. Когда будет 440 подписчиков, я включу вебку. Название стрима. Стрим GTA, именно стрим по GTA сам, Arizona Surprise. Типа и будни полицейской. Именно, или будни стримерши просто. Вот так вот. Потому что, ну, девушка, играем в GTA сам. Напиши типа стрим GTA сам, Arizona Surprise, будни полицейская. Полицейская. Яна, за что вы меня отпустили? Яна, за то, что вы меня отпустили, я тебя немного пропиарю. Ой, спасибо. Хиллбой, а что это на заднем... Так, а вы где сидите? У вас в канале сюрприза СФПД нету. Мы сидим в личке. Сейчас тогда название поменяю, чтобы моя трансляция была в реках. Так, что там получается? Игру саму надо добавить? Ребят, ну давайте добьем на 4 подписчика, ну камон. Чё, сложно что ли, сложно? Я вообще сейчас расстроюсь. О! Ты только что включил случайно, я не все, она выключилась. О, это снова я, Ку, привет. Так. Стрим. Господи, меня сейчас лагать начнёт. А, на английском пон. Побыстрее бы уже комп себе собрать. Ты серьезно, я только починился. Спасибо. Так, 10 человек, нифига себе. Так. 7 человек, пон. Будника личных полицейских. Так, стрим... подожди. Стрим? Я бы сейчас с твинков зашел, но кончились. Со всех подписалась на тебя уже. Ну зачем смоков-то? Стрим. Стрим. Г. А, GTA Самп. Ян, добавь в конфу, я фельдшер. А, это кто? Ребят, добиваем 4 подписчика, пожалуйста. Ну блин, ну серьезно, вот чё? Я уже расстраиваюсь. GTA Самп. Нет. Что? Сбежал с тюрьмы. Акиф. Суит 678 пиши, быстрее. Да господи, ну вот... блядь. Суит 678. Мне сейчас писать или что? Я Киря. Блять, вот ты зачем вот так вот? Я сижу пока редактирую, вижу, что я в АФК встала. Зачем начать? Быстро-быстро. Я реально с тобой больше не пойду. Ты слишком, слишком дохера импульсивный. Я лучше уж буду спокойно с кем-нибудь. Ну хоть так, который не будет хотя бы кричать вот так вот. Мне не надо это. А я Саня. Ну сорьки. Так, девушка. Поэтому я и сказал то, что сват вообще полиция для девушек это просто. Подожди, стрим, да, блять, всем абсолютно. Вот мне честно похуй. Так, не так. Я ни разу не была здесь, и я хочу себя в этом попробовать. Вот, я ж тебе и хочу научить. Смотри, подожди, да, блять, я не могу. Ну да почему? Ну почему ты меня перебиваешь? Ну почему? Какого хрена? Я умею слушать. Ты почему меня перебиваешь? Я у тебя спрашиваю, ты начинаешь тарахтеть.
Яна, я тебе только что хотел объяснить. СВАТ — это такая тема, вот полиция. Когда ты патрулируешь, тут нету спокойствия. Ты все время должен... Ты и спокойствие? Класс. Когда ты патрулируешь, к примеру, там, ты видишь преступника, то есть... Слушай. Он сбежал, к примеру, с ССР, ты должен сразу же мгновенная реакция, и все, забывается вот эти все ваши чащие, типа, прихоти, то есть я не могу, не кричи. Это мусарня. Ходи оттуда. Какие женские прихоти? Какие у меня прихоти, ты мне скажи? Ну, типа вот это... Не ори на меня, ля-ля. Ну, если ты орёшь, какого хера ты орёшь на меня? Я на тебя ору? Нет, я на тебя не ору. Окей? Где мне тут игру, блядь, указать? Автомат, либо могу вещи для розыгрыша. Го. Я сейчас тоже стрим запущу. Подожди, а где тут игру выбрать? Я что-то тупая, походу. Выберите плейлист, зачем? А, господи. Ой-ой-ой-ой. Кстати, Яна, у меня идея какая. Какая у тебя идея, Саш? Сверху. Год дам акс для розыгрыша, могу маска демона плюс 8 и... Или бургер плюс 7. Маску демона... Да блядь. Маска демона плюс 8, надо 20 лямов стоит. Бургер плюс 7, но будет стоить... Смотри, обычно бургер стоит 1,5 миллиона. Угу. Вот, оно будет стоить, ну... Так, подожди. Можно, типа, ты дашь Яну один, типа, а мне у демона дороже, и ей будет больше, типа, для жизни. А мне подешевле будет тоже на розыгрыше, сейчас тоже стрим запущу. Кстати, Ян, я тебя могу офигенно стримы научить делать. Ну, как, У меня интернет очень плохой. Нет, держу в курсе. Нет, смотри, нормально, не кричу, все хорошо. Угу. А почему мы в воде? Как настроить ОБС? Мы в воде, мы в воде. Мы в воде. В воде, в смысле? В прямом. Почему ты зовёшь? О, мы то... Что? Где мы тонем? Мы не тонем. Ты зайди на стрим, посмотри, мы только что были в воде. Это у меня на заднем плане, просто сестра не понимает, что когда я прошу быть потише, когда у меня стрим. Мы были в воде на стрим, зайди, посмотри. Сейчас, смотри. Ребят, ну давайте добьем 440 подписчиков, позже. О, еще 3 подписчика. Мы в воде были, угу. Кстати, сегодня уже статистика получше, сегодня уже там плюс 140 уже просмотров на трансляции, типа 140 человек зашли. А еще час только прошел с лишним. Давайте 40 лайков добьем. И. А, ну как раз 3 лайка и 3 подписчика. Идеально. Нет. Почему вот вы лайки дожимаете, а вот подписки не можете? Раз, 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 два. Сейчас жму удалю. Так, фильтр. Мне кажется, нам надо с тобой на стриме почаще сраться, и тогда, может быть, люди придут. Подожди, а я... Когда так ТП, то тот просто через АФК, так раз, его багс. Так, 40 лайков, и Яна покажет. Саша! Яна ничего не будет, никакую грудь показывать. Ну, 3 подписчика, ну, блин, давайте добьем, ну, позже. Сделайте мне подарок. Завтра стрим. Завтра будет стрим с рулеткой. Ну, типа, вот. Я как раз продам все свои акции. Или, наоборот, куплю аксов. Сделаю рулеточку. Чё? Это я, Саша, говорю. С рулеткой. Да, с рулеткой. Угу. Так умно вообще, Саш. Ты такой, вообще, смешнявка. 37 лайк. Ну, давайте 3 лайка и 3 подписчика. Боже. Всем привет, кто только зашел. Ты там долго еще будешь, нет? Сейчас я настраиваю быстрее. Ой. А ты что думаешь? Я, наверное, еще часик... Саша, я так и не поняла. Обновление, типа, 29-го
Или 30-го. Прочитай повыше. Внимание. Что? Кого? Пять после рестарта. А, то есть 29-го, да? О, добавили один уже. Лайк. Давай. Давай, один подписчик еще. Давай. О, вернее, три подписчика и два лайка. У тебя голос милый, будь спокойней. Хорошо, буду спокойней. Я еще точно не уверен, что завтра будет в VIP-чате, говорили. Блин, просто я не хочу просыпаться по моему времени. Это будет в 7 часов утра, и я не хочу просыпаться все. Что? Три. Я сама себе дизлайк поставила, ты прикинь? Как так? Да. 39 лайков. Давайте 40 лайков, один лайк и две и три подписки. Я знаю, что вы это сможете сделать. Шесть зрителей. Да, Рола. Ну, блин, ты там долго еще стоять будешь. Ну, можешь, если хочешь, смотри, сделаем по-другому. Так, ребят, ну кто-нибудь... Ой. Здорово. Здорово. Дадова. Как говорит Марс, дадова. Дадова. Так, да нахуй она тебе надо? Этот квест 7-14 дней будет идти. Я веду... Это я еду? А, нифига. А, нафиг она мне... Короче, я хотела самое первое, типа, зайти и заснять. А, заснять, короче, видос. Да, работает. Как так? У меня пока два нахуй, я не могу, у меня сестра сидит в интернете, я не могу в этот момент играть, потому что это покадрово начинается. Блять, как я ненавижу просто в такие моменты ее. Оба, уйди! Мы под зеленый, мы патрулируем. Так. Дадова, Саш. Ты что, ник сменила? Нет, я не сменила, я же... Это... Нет, я не меняла ник. А вот ты меняла. Ты на каком сервере? Я на сюрпрайзе. Не забываем вводить мой ник при регистрации, Яна Наимова. Вот так вот, если что, он пишется правильно. Вот. Да, ставь лайк и подписывайся. Так, мы тут контролируем. Контролируем, да. К экзамену, да. Ой, блядь. Саш, чья бы корова на самом деле мычала? Я тоже там. А, понимаю. Ну, пока Дима у нас делает пульс... О, еще два подписчика. Кигаем. И мы будем молодцами. Саш, давай, пожалуйста, это не на стриме будем делать. Надо, напиши об этом мне в личку. Я не хочу в чате, чтобы все об этом знали и все это читали. Да и ничего, забей. Саша, это девушка. О, Саша, она там... Господи. Да, это моя лучшая подруга. Чего страшного-то? Саш, я просто не хочу, чтобы это на стриме все было. Я не люблю все, что у меня в жизни, переносить сюда. Ну, типа... А то истеричка... Какая истеричка во мне проснулась? Во мне никакая истеричка не проснулась. Я спокойно, как удав. Это ты там с Сашей что-то ссорилась в Дискорд-канале, я там видела. Может, ты сейчас еще со мной хочешь поссориться? Я лично этого не хочу. Я с тобой даже лично бесполезно. Да. Ну, раз лично со мной бесполезно разговаривать, ну не разговаривай, я тебя не заставляю. Ты кому говоришь?
Мы не ссорились, мы... А, угорали. Я просто так читала пару смс больше. Типа там, где она говорила, вроде, я не хочу ссориться, а ты там написала, что ты хочешь ссориться. Я в итоге ничего не поняла, просто закрыла и все. Короче, ладно. Отдыхай. Угу. Давай тоже отдыхай. Надо будешь, напишешь. Ну, надо будет, тебе тоже напишешь. Почему я должна первой писать? Ну, я тебе после стрима напишу. Там надо одну тему обсудить. Только чтобы Диана об этом не знала. Ну ты там долго будешь. Подожди, я ж настраиваю. Я ж не работаю, я ж спустил. Насчет гвоздей, да каких гвоздей? Насчет гвоздей. Может, насчет гвоздей? Две подписки по ЖЭ. Ну вот что это такое? Вот мы почти 40 лайков добили. И вот один лайк, две подписки. Не сложно, а мне приятно. Я в теме. В какой-то теме. Вообще не знаю, куда мне ехать, что мы тут контролируем, патрулируем. Ничего не понимаю. Да ё-моё, опять телефон чуть не упал. Так, куда люди делись? Куда? Не уходите. Давайте я хоть музычку врублю. Чтобы вам не скучно было. Прямые трансляции. Кому надо забить гвоздей? Давай мне забей гвоздь. А зачем тебе собирать средства? Я вот лично не ради донатов делаю. Я не ради донатов делаю. У меня типа разницы никакой. Есть донаты? Нет донатов. Так я ж просто хочу это, хочу построить. Я ж супрямил, у меня не работает Donation Alerts. Блять. Давай адрес какой, покажи карту. Сейчас, подожди. А, что, за стрим снайперить решили? Ни одного раза хватило. Я не хочу еще раз ТСР. Ой, у тебя там слышно, родители что-то громко говорят. Черт, так. Для... Так. Господи, да я не могу. Для стримов. Яна, скажи сестре, что выиграл сударь. Выиграл сударь. Ой, а чё она смотрит там? Я не поняла, я ей просто сказала, мне кажется, это она убьет меня, нет? Так, сейчас я сделаю музыку погромче. Ну давайте добьем уже 440 подписчиков. Ну камон. Ну два подписчика, это не так много. Да вообще мало. Так, сейчас это сделаю погромче. Все. Так, покажи сестру. А, кстати, я хотела, кстати, на 500 подписчиков, возможно, типа, если бы мы добили, врубить вебку и показать со сестрой, мы, типа, сестры-близнецы. Не знаю, типа, вам интересно будет посмотреть или нет. Серьезно? У тебя да. Сестра-близнец? Да, у меня сестра-близнец. Ну, как такой вы... он. Ой, а как вы парней делите? Никак. У нее просто есть парень, у меня его нет. Вы пранковали парня? Нет. А, да, ну это было, как сказать, даже неосознанно. Типа, у меня был парень. И, короче, мы... получается, я зашла... Мы в квартиру, говорит, подожди меня в подъезде. Вот. Он такой, хорошо, все, он ждет меня. И моя сестра выходит выкидывать мусор. И он подумал, что это я. И такой, эй, солнышко, пошли, и берет ее за руку, и чуть ли не засасывает, и она такая смотрит на меня, я открываю дверь, такая, ага, солнышко, я как бы тут, здравствуй. Но мы тогда очень сильно были похожи, типа. Но мы и сейчас тоже очень похожи, но просто она блондинка, а я брюнетка.
Ну, у нее более длинные волосы, и она там более стройнее, что ли. Ну, просто она похудела. Так. Я видела ее уже и парня ее. Ха-ха. Да, кстати, парень у нее вообще просто соска, нереалка рабочего характера. Так, музыка не слишком громкая? Так, давайте посмотрим. Я вот... Блин, ну добейте два подписчика. Два подписчика. Вот почему вы лайки добиваете, а подписчики не можете? Пожалуйста. Что не работает? Я же не прошу так много. Че ты, Саш, ржешь? Блин, ты так красиво. Вообще. Бам, дрифт. Так. 100% он спускал... Он путал ее с тобой и... Да, конечно, конечно. Кому ты врешь? А, ого. Ну давайте, два подписчика, ребят. Привет, Яна, привет. А что игра не работает? Я смотрю, ты новенький. Или мне кажется, кстати, это... О, ты так красиво, подожди, я тут всегда хотела встать. О, пойдей. Спалилась. Словили его? Когда будет... Так, да. Ля, как тут красиво. О, работает, все отлично работает. Так, ну пока... А. Захват игры мы пока убираем. Так, теперь что мы делаем? Мы выходим... Ребят, подписываемся. А как прямые трансляции запускать? Там... А вот творческая студия YouTube. Да, все вижу. Ну, давайте два подписчика. Ну, пожалуйста, два подписчика. Ну что, вот вчера мы очень много с вами добили. А сегодня что, не можем 440? По каналу. Это дом CJ же, да? Он большой. Вот это вот дом CJ, да? Где? Вот. Ты где вообще? Вот я вот на дом тут. А, да, это дом Мэтт Дога. А, ой, CJ, Мэтт Дога, блядь. Угу. Блин, так повезло, кто его словил вообще. Точно. Там же гетто ящера. Где? Где они? Мы им сейчас жопу надерем. Где-то ящик. А я вообще, кстати, сам пистолять не умею. О, один подписчик остался. Блин. Так, и 41 лайк вообще. Шикарно. Вчера мы даже столько не добили, как сегодня. Мы просто самые лучшие. Пупсики, я бы сказала. Также ставим лайки, чтобы моя трансляция была в топах, или как там правильно называется. Ага, только я что с капта уволился. А почему ты уволился? Так, давайте это, я хочу. А, как это шикарно выглядит, посмотрите просто. А, боже. Блин. Мне нравится состав. А ты где был? Там девятки 30. А, там дядьки 30. Да, блин. Ну, это же лучше, чем какие-то пиздюки. Ну, по моему мнению. Может быть, я не права? Ой, 5 зрителей. Привет всем. Кто тут первый раз, не забываем подписываться и ставить лайк. Так, а рифы. В рифах состоял. Неплохо. 42 лайка. Нифига себе, вот это мы вообще умнички. Так, а ты где? Ты в машине? Женя, ты в машине? Угу. Ой, блин, упала. Так. Да, завтра, наверное, вот когда мне микрофон привезут, я устрою трансляцию с рулеткой. О, 7 зрителей, серьезно? А куда я побежала? Кто? Ой-ой-ой! Я поломала лицо. Хотите ли вы увидеть стрим с рулеткой? Или нет? Пишите плюсик в чат, если да. А куда я вообще спустилась? А, ё-моё. Ребят. Хотите видеть стрим с рулеткой? Ну, типа, с подарками. Просто, типа, рандом будет решать, кто там выиграл, не выиграл.
И что выпадет, то и буду вам дарить. Ну, типа, наверное, у Этора вы это видели. Только у него там всякие машины, зэшки, верты. А у меня, ну, поскромнее, конечно, будет. Ладно, пошли про ложки расскажем. Про какие ложки, плюсик. А про лодки. А, про лодки. Я сейчас на патрулировании. У тебя не видно полный экран. В смысле? У меня видно? Ты чё? Типа... Вот, полный экран, алло. Слушай, поехали в этот, в участок СФ. Я хотела еще сегодня заработок на лодках проверить. Блин. Ребят, всем привет. Давайте добьем еще вот одну подписку, пожалуйста. И мне будет очень приятно. Так, да, одну подписку. Так, ну все, тогда завтра. Завтра тогда будет стрим с рулеткой. Осталось только найти, кто может проспонсировать это. И все будет четко. Так. Что у нас? 439 подписчиков. Давайте 440. Парам-парам-парам-пам. Музыку, кстати, хорошо слышно на стриме или такое себе? Блин, ты так красиво вообще, я не могу. Мне так нравится. Потом меня в ДС закинь. Хорошо, я вас закину. Вы ко мне добавляйтесь и ставьте плюсик в личку. Кого там добавить надо будет. Ну, хотя это, скорее всего, будет уже после стрима, типа, про лодки. Сейчас мы... Он выйдет из АФК. Я пойду к пацанам. Мы будем про лодки проверять заработок. Там с 10 левела можно. Посмотрим, сколько вообще можно заработать и выгодно это или нет. Вот. Просто мне уже бабки надо фармить, а то у меня всего лишь 12 миллионов. Вот, а хотелось бы там чуть-чуть побольше, то же самое, чтобы на завтрашний стрим оставить. Вот. У меня спинка болит, на самом деле. Сейчас скоро Новый год, всех с наступающим Новым годом, кстати. Я забыла совсем. С Новым годом, наступающим вас. Ой, 8 зрителей. Нас... А, 100... Стой, что? Донат был? А почему я не увидела? А у меня он не отображается почему-то, подожди. Сейчас я вырублю демку. Секу. Подождите, извините. Я не видела. Сейчас черненький экран будет буквально 2 минутки. Подожди. А какой... А кто задонатил? Очень интересно. Сейчас, секунду. Я извиняюсь. Ой, у меня очень сильно живот болит. Спасибо тебе. Что? За что спасибо? За что спасибо? Я что-то не так сделала? Я сейчас стрим хотел провести. Так, я вруба. Сейчас. У меня интернет слабо крутится, извиняюсь. Сейчас он заходит. Кто? Да, этот. Так. Сейчас посмотрю донатик, извини, пожалуйста. Что, баланс 20 рублей? Подожди. Это за донатик. Какие 20? Включи вебку и покажи сестру. Саша, у меня пропало настроение новогоднее. Почему у тебя пропало новогоднее настроение? Почему, кстати, у меня баланс 20? Типа, у меня вот сколько донатов. Типа 142 рубля. Почему баланс 20 рублей? Подожди, а где посмотреть историю? За что ты поздравила? Я говорю вас с наступающим Новым годом. Слышишь? Что? А как включить чат на трансляции? Я не знаю. Так, ладно, я потом с этим разберусь. Вот, настройки. Я говорю вас всех с наступающим Новым годом. Вот что я говорю. Так, давайте еще плюс один подписчик. Не забываем. Мы все ближе и ближе к цели. У меня вчера тетя. Ой. Блин, Саш, зачем ты тут такое пишешь?
Соболезную. Блин. Сейчас. 42 лайка. Давайте тоже ставим лайки, да? Ну-ка, давайте я даже ради интереса сейчас зайду. На ютубе наберу стрим, сам стрим. Ой, сам стрим. Ну-ка посмотрим, есть ли мы там или нет. Так. Да, мы есть. Мы, кстати, на... Мы на второй строчке. Мы после Реваса. После Реваса идем мы. А потом какой-то Сергей. И еще там. Нифига себе. Мощно. А и люди стали уходить просто. А, все, я поняла. Ребят, давайте дожимаем одного подписоту. Ну, давай уже что-то делать, ну, реально, ну, вот, я сейчас уеду уже одна, ну, потому что, ну, чё, вот мы стоим 5 минут плюс, люди уходят, ну, им не интересно смотреть, как мы стоим на одном месте. Потому что я стримлю тоже запускаю. Ну, можно было приехать в участок, как бы, и уже с этим разобраться. Подожди буквально 5 минут. Садись. Слушай, и так уже дофига жду. Ну, я реально не хочу просто стоять без действия. Все. Я последняя. Садись давай. Я еще вышел из этого? Нет. Да. Ребят, дожимаем одного саба еще. 6 зрителей. Привет. Мне опять Юля звонит. Да, господи, ну сядь ты уже в машину! Что, да, Юль? Ой, господи, блядь. Тупая женщина. Эй, ты вебку не врубила. А чё, в смысле? 440 подписчиков мы не добили. Какая вебка? Еще один подписчик. Так что шо ты? Ещё что-то? Почему любимый? Нет, уже не любимый. Все. Любовь прошла, завяли помидоры, да. Так ты поступала со мной как с говном. Семейные разборки чисто. Ну что тебе похуй? Ты я на патруль в трамбете. Нет, я сейчас поеду лодки там. А, проверять залы, вроде так сладок, рабочий день уже закончился. Ты пиздоболка. Ты пиздоболка ебаная. Давай, давай, ага, что давай? Давайте одного саба дожимаем, пока я еду до патрульки. Ой, до патрульки, до полиции ТСФ. Вы дожмете 440 подписчиков. Я вас верю, вы сможете. Мы закончились. Так зачем ты мне сейчас звонишь, а что ты говоришь? Ой-ой-ой. Всем привет, кто ты только присоединился. Ну, а что ты еще хочешь? Ну, не видишь еще что-то. Блять, не еби мозга ни ей, ни себе, бросай трубку. Нахуй ты мне ебешь мозги? Подожди, подожди, Ян, секунду. О боже, ну вот уж эти разборки. Я бы уже давно что трубку бы кинула и сказала, иди нахуй. Ты подожди. Какая цаца? Профукала донат, что в смысле? Сделать какой донат? Я специально это сделал. Ой, ля какая цаца, ой. Спасибо, Пипи. Это был ты? Я просто, у меня почему-то на экране не скажет. Я звука не слышу, извините, пожалуйста. Просто, когда идет донат, лучше пишите. Потом в чате, потому что я не слышу из-за музыки. Кому дать трубку? Ля какая. Блин. Я с Яной сижу в Дискорде. Передай от меня ей пламенный приветик. Ты дура, я тебе говорю, то, что мы в Дискорде сидим. Сейчас у меня бомбанет, смотри, чекай. Знаешь, что такое Дискорд? Всё, 400... Сейчас, секунду, я доеду. Отвлеклась, блядь, на чат. Ну все, цега было, девочки. Так и нахуй, что ты хочешь сказать? Ой, всем человек, всем привет, кто только присоединился.
Это ей хочешь сказать? Ставим лайки, чтобы моя трансляция была в реках, или как она тут называется на ютубе. Чё она мне хочет? Чё? Чё? Юля сказала, что ты шлюха. А почему я шлюха? Я не знаю. Потому что я с тобой общаюсь, а... Юля, подожди, она меня слышит, нет? Нет, она сейчас будет слышать. Слышать? Окей, я сейчас музыку выключу. Я тоже, она я... не хочет, она не хочет с тобой поговорить. А, даже так, да? Ты мне скажи, вот смотри, зачем мне... Юля, пошла нахуй. Ебала свою стене, блядь, и сиди нахуй. Все, сбрасывай трубку, блядь, я вот ненавижу такие разговоры. Блядь, хули ты на нее тратишь время? Подожди секунду, Ян. Она пытается меня задеть. Ну, блядь, сбрось трубку и все. Разница какая, блядь. Один хуй, какой тебе смысл вести с ней диалог? Его нету. Боже мой, я бы за такие слова. Что, за какие слова? За мои слова или то, что она сказала? Я не туда, походу, поехала, да? Ой, Дима, прости. Так, сейчас я обновлю стрим, посмотрю, точно ли у нас... 440 подписчиков, ну все, я сейчас доеду, я врубаю вебку, как обещала. Так, ой-ой-ой. Надеюсь, я правильно еду, у нас еще 22% топлива осталось. Боже мой. Ну, короче, завтра, что по завтрашнему дню? Примерно это с промежутка 6... Нет, даже с 7 часов по Москве до 8 по Москве. А завтра будет стрим. Так что не пропускаем. Так, ты правильно поехала. Не выключай. Что не выключай? А подожди, а он микрофон офнул. Женя микро офнул. Привет! Слоник, я на тебя интим вк... А, сейчас же, мечтать не вредно, солнышко. Так. Две скобочки, боже, меня так бесит скобочки, это вообще. Это просто... Что это с чем-то? Я хотела сегодня стрим начать, крафтить 100 рич, но у меня ОБС накрылся. А что с ОБС? У тебя черный экран там? Если у тебя черный экран, я могу тебе подсказать, как его убрать. Премьера обновы. Что? Какой обновы? На Аризоне? Что? Подожди, не поняла. Гоняш, Цезай. Гон. Я за. Тому участка. Подожди, надо машину завести. Премьер Аризоны. Да? А когда я на все сервера добавлю? Что? Прямо сейчас? Блядь. А где я её? Я тут. Да, окей. Сейчас это прям... Бляха-муха! Ой, извиняюсь. Зайди в YouTube, набери Arizona Games. А потом. Что ты хочешь? Что, блядь? Пока что я слушаю, как... разборки. Просто на треке все сбились. Малой, тебе лет 15? Малой, тебе лет 15? Ты сейчас звонишь, ты сейчас набухался, защищаешь свою ёбнутую подругу, которая... Ну, сейчас буду закругляться. Которая конченый человек. Это все, что твой словарный запас может сказать? Сейчас. Ну так приезжай, поговорим, нахуй, типа, ты сейчас, блядь, ну, ты телефонный герой? Сейчас я вот поговорю. Приезжай, я на тебя не скажу. Зайду в полицейский участок, Яна, заглуши его и набери YouTube Arizona Games. Да потом я... Я его заглушила? Я, на самом деле, они обнову покажут. Я потом ее посмотрю. Мне так, типа, интереснее будет. Или тут на стриме вам показать, типа, то, что вам тоже это интересно.
Блять, я не люблю, когда всякие разборки устраивают на стриме, но, блин, это честно никому не интересная фигня. Типа, вообще ссориться это не так, не кайф. А не, ну у них стрим, да я поняла, у меня интернет слабый, как я покажу, у меня все по кадру лагать. Блять, ну, ой, а! Что я сделала? Что я сделала? Я видел, да-да. Там пати бас добавят. Я видел. Ага. Так. Ладно. Так, 440 подписчиков, все. Сможем? Нет, не сможем. Я уже сейчас закругляться буду. Ко мне просто папа зашел. И типа такой, все, он закругляется. Хотя времени всего лишь сколько? А, так времени уже 12 час, серьезно? Вебка плюс сестра, нет. Блять, вебка плюс сестра, это плюс 50 рублей доната. Не, ну хуй. Why not? Why not? Так. Алекс подписался. Арина МСДАК. Так. GovDS. После стрима, кстати, могу со всеми посидеть. Вебка плюс сестра плюс батя. Нет. Вебка просто со мной, а сестрой плюс 50 рубасов донаты, да. Вот такая вот я меркантильная. Извиняюсь. Сейчас, секунду, я свет приглушу немножко, чтобы не резала вам глаза. Меня будет очень плохо видно, потому что уже вечер. А пох, мы все равно видели ее в трусах. Да, один раз я запалила ее на стриме в трусах. Случайно, но она просто не знала, что у меня вовка была врублена. Так, сейчас я волосы поправлю. Здорово. Здорово. Вот так вот сделала даже. И люди сейчас такие уходят. Я чуть-чуть потише сделаю даже. Это меня по ушкам режет. Алло, что такое? Мне лучше бы правила сейчас повторял. А, класс. Да у меня вроде крашеные. Чуть не чешу. О, все. Пакеш. Что ты там разобрался? Да пиздец, нахуй. Ты слышал такого надо? Позвонил какой-то чел, начал нести какую-то хуйню. Я типа говорю, типа, с тобой все хорошо? Типа, ля-ля-ля. Слушай, сестру я не буду показывать. Ну, ты слышала? Да. Типа, и в итоге у него закончились факты, он сказал, что моя мать шлюха, и тебя любит. Он сказал, жди, к тебе приедут. Я такой, ему даже сказал, окей, жди. А я вышла с парковки уже, пошли в ДС. Что сказал? После стрима буду, я сейчас уже заканчивать буду через 10 минут. Не дать, нажались, не блять, там не надо. А ты уже реально 12 часов ночи. Там водка ебашка. Подождите, 20. Сегодня. Сегодня будет рестарт? Или что? Типа обнова. Сегодня ночью, типа. Или что? Борзинка для. Каждый день ношу с собой. Боже, люблю кривляться на камеру. Так, кто еще подписался на меня? Алекс, это что-то знакомое. Еще кто подписался? А почему не всегда проходит, что типа на меня кто-то подписался? Не надо. Типа не все подписки. Где она в трусах? Найди тот стрим. Слушай, я на лидерку пойду. На какую? Если я стану на лидерку СМИ, пойдешь ко мне на доверку? На кого? Если я стану на лидерку СМИ, пойдешь ко мне на доверку? Посмотрим. Ну тут шансы у меня реально большие стать. Okay. Типа тут очень низи. Ну это ФК лидерка просто. К тому же Буш поможет мне. Хм. Что? Что такое? Давайте плюс 2 подписчика еще. Ничего. Окей. А, врубила вебку, чисто люди стали уходить. Ты вебку включил? Да. О,
Подожди. Вырубил окно. Вырубил окно. Кого? Выруби окно, что? Выруби окно. Я думала, выруби мать. Ладно, сейчас. Капец, ты красивый. Нет. Да. А, микрофон пизданулся, походу. Так. Я просто сегодня без косметики. Ну, ты красивая, говоришь. Ой, спасибо. Что, давайте поговорим. Давайте поговорим 10 минут, когда я буду заканчивать уже. На фоне. Давай, так лучше нормально. А? Погнали ко мне, что? Погнали на лидерку. На какую лидерку? Ну, я же говорю, я сейчас стану на лидерку СМИ и. Не иди в СМИ. Не иди в СМИ. Нормально будет, я думаю. Ой, я сейчас попрошу, чтобы сейчас с ГСГОСом переговорю. Ой, с ГСГОСом. Ой! Какие люди тут? Привет. Господи, что это такое? 7 человек, нифига. А я уже... Блин. Так, поставь вебку в правый угол. Хорошо. Кстати, в следующие разы вебку я когда буду врубать, у меня уже не будет того, что типа у меня микрофон на пол моего лица, у меня будет уже с держателем, типа все будет нормально. Так. Прикольно. Так, видео, вот она. Да почему она не двигается? Так. Имя, фамилия. Трэвис Свит. Она не двигается, она не хочет двигаться. Она не хочет двигаться. Блин. Документация. Так, сюрприз. Поздравляю тебя с окончанием экзамена. Ставить ссылку. Да почему? Молодец. А почему у меня не хочет двигаться? Ура! Молодец! Оно не хочет двигаться. Ребят, ну что за приколы? Ты что, издеваешься? Оно не двигается. Не знаю. Ой! Вроде, да, в трусах. У тебя? Что у тебя в трусах? Нет, она сегодня в штанах. Короче, я потом с этой вебкой разберусь. Она что-то не хочет у меня двигаться вообще. Так тебе нужно, чтобы ты понимала, смотри, нажми на нее. Но. И перемести в другую сторону. Как? Ну вот, нажми просто на нее. Да, вот. И нет, еще раз нажми, чтобы выделилась конкретно вебка. Только вебка. Стой. Нажми на нее. Нет, блин, нажми просто сначала сейчас на серую экран. На серое, там, где вот справа. Правее, 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 правее. Правее еще. Вот, да, нажми вот сюда. Нет, нет. Обратно. Нет, она не в черных. Да у меня это не выделяется! У меня зависло это. Я ж пытаюсь тебе помочь. Ладно. Забей. Так. Давайте еще два подписчика, пожалуйста, добьем. Пожалуйста. Просто под конец стрима. Потому что за ночь по-любому кто-то отпишется. Будет уже не кайф. Сколько мы лайков за сегодняшний стрим, кстати, с вами собрали? Давайте посмотрим. Мы за... А у меня дома нет, блин! 42 лайка. Почему налево? Просто. У тебя есть дом? У тебя есть дом, братан? Спасибо. Ава, у тебя есть дом? Так. Давайте еще два подписчика. Да, тут уже все на меня подписаны. А кто отписался? Стой, слышите, пацаны, у кого из вас есть этот кто отписался дом? От меня? Есть у кого-то дом от вас, пацаны? Я могу подселить, на стриме пишет. И лайк убрали. Отписались и лайк убрали. Сейчас я приеду, я прилечу. Что за цыганские фокусы? Номер дома мне скажи, пожалуйста, я приеду. Окей. У Яны есть хата. Яны есть хата. У тебя есть хата? Да. Я же тебя спросил, ты можешь меня подселить? А, ты у меня спрашивал? Да, мне для лидерки надо.
Ку-ку, привет, собака. Подпишись, не забудь подписаться. Какой у тебя номер дома? 1011. Да, ты на сюрпризе. Я на сюрпризе, да-да-да. 1011 дом. Слышь, садись ко мне, выйди с полицейского департамента. А где ты? Не забудь я подписаться. Где? Да-да. Да-да-да-да-да. Выйди со здания, слышишь? Сейчас. Ну не видишь, что я отвечаю человеку? Куда я, блядь, опять прошла-то? Вот, да, правильно, 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 выходи отсюда. А, ой, молодец. Выходи. Нет, вон пикап, пикап, видишь? Вот слева, да, умничка. Да ё-моё, куда ты побежала обратно? Пикап, нет, не тот пикап, налево, налево, нет, не туда. Обратно иди, стой, пожалуйста, обратно иди, вот, направо. Нет, ну что ты делаешь, стой, стой там на месте просто, вот куда ты... Почему? Вот. Какой игнор? Я... Вот, вот. Не кричи! Я не кричу. Ты кричишь. Ты где? Я вот. Ты где? Ты, вот, я смотри, вот. Вот, вот, вот. Идем, смотри. Пошли. Вот, вот, смотри, вот, видишь? Пикап, я же сказал. На улицу. Какой игнор? Какой игнор, скажи, где ты? Садись, мопед. Дима, ты можешь мне дать на что-то из АКСов? Дима, у тебя есть какие-то... Если ты сейчас вписался, я вообще... А, 440, блин, спасибо. Добили. Дмитрий Крылов. Сейчас у меня чатик тут в телефоне грузится. Стой, у тебя есть дом? Ему минимум 8 надо, 8 надо быть. Вот. Ой, зачем я чату показываю чат? Я понял. Чё? Я понял, как включать сирену. Как? Слышишь? Как? Да, короче, нужно очень легенько нажимать, прям очень легенько. То есть не полностью, угу. А это. Короче, поехали. 1011, да? Да. Я не попрошайка. У меня просто это. Боже, у тебя стрим очень лагает. Да? Очень лагает. Это из-за вебки. Так, видео, вебку я вырубила. Боже, херо себе! Несколько раз... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Кто это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Норм стрим. Ну, я извиняюсь, у меня с вебкой очень сильно лагает. А, блин, садись. Чё пиздец? Чё пиздец? Чё я опять не так сказала? Обнова вышла. Обнова вышла? Что? Не вышла она еще. Пусть он свой интернет чинит. Так это у меня с интернетом проблема. Обнова? В натуре? А как посмотреть? У меня с интернетом все прекрасно. Ребят, кто тут новенький, не забываем подписываться. Смотри, взлетим сейчас. Не надо лететь. Сейчас, подожди. Где посмотреть обнову? 20 тачек новых. 2? Блин, мне интересно посмотреть. Да? А чё, ты выпала? Я знаю. Она выйдет в 5 по Москве. О, все, зашибись, я сегодня тогда спать не буду. Перезайди и увидишь. Окей. Короче, я сегодня тогда... То есть... Господи, и квесты сегодня добавляют? Если квесты сегодня добавляют, это вообще... Если квесты сегодня добавляют, я спать не буду. А нет, я буду спать, но это... Всё, слышишь, ты можешь встану рано-рано. Да. О, я его помню, я ловил этот дом очень давно. Так, слышь, хом, да? Да. Сегодня тогда видос, сегодня квест... О, да. ДС, я говорю, после стрима я со всеми пойду в Дискорд. Пока что я не могу, к сожалению. Так, подожди. Подселить игрока. Какой у тебя? 370... 370 айди. Подожди, а мне сейчас твой ник написать надо? Нет, просто 370.1. 370... А нет, в натуре мой ник нужно будет, да, но мой ник нужно в натуре написать. И что? Сколько ты за цей товар даешь? Все 200. Сколько?
А что за пихер? Так, привет. Серьезно? На все? Прям на все 3-5 чашек? Подожди, а что я делаю не так? На сколько ты продаешь? Так и сколько ты продаешь? Хорошо, я позвоню. Мой подарок. А, так ты меня музыка... добавила? Подожди. Я чат чекаю. Ну так они и говорят запятую чай. Ой, запятую. Ну так я что сделала? Я тебя кинула? Не кинула ты мне ничего. Ты что, дурной? Не кинула ты мне ничего. Я тебя кинула? Да, Вов. Хорош. Спасибо. Запятая. Пизда, я уже 4 раза говорю, что он пиздобол. Кто? Вот. Все, да я все взяла, да я просто глупенькая немного. Пиши, да... А чё, стрим, у него задержка такая большая? А, так ты уже... Яна, что? Что такое? Яна, обнова будет крутым. У-у-у. Я сегодня жду обновы. Просто. Ну, типа, я в 5 часов по Москве, получается, когда рестарт будет, зайду. То есть в 7 по моему времени. Вот. Скорее всего, я буду видос снимать, сколько на квестах можно азэшек заработать. И виртов. Вот. Ну, я думаю, может, еще стрим подрубить, но хотя вряд ли кто-то зайдет типа рано утром. Скорее всего, просто сниму видос, сразу его смонтирую и выложу. Чтобы... О, кстати, я тоже видос смонтировать. Он 4 раза тебя наебал. Кто 4 раза меня наебал? Много крутых функций добавили. Я сейчас чекну после стрима. Поспи. Я хочу и так поспать, сходить. Ты сначала... Знаешь, это необычный человек. Сначала на лодках... А, мне нужен человек тогда, у кого есть лодка, и кто сможет тоже в 5 зайти. Потом времени не будет. Что потом? Просто вот заявку пишу. Подожди, что? Про инфу все видео уже есть. Да я поняла, что есть. А мне уже говорили, у меня есть. Мужик, что у тебя есть? А, лодка. Будет 1554. Не спойлери, позже. Ты врешь, это неправда. Ой. Ребят, кто новенький, не забываем подписываться и ставить лайки. Мне будет очень приятно. Давайте два подписчика. Добьем еще. Спасибо большое. Блин, вообще круто. Мы сегодня уже 40 плюс лайков на стриме собрали. Это вообще... Это шикарный актив. Дальше больше, как говорится. 440. Да. И ответы на вопросы. Можешь посмотреть. Баб ему дайте. А насколько стоит лицензия на лодку? 20 тысяч она стоит. Да, 20 тысяч она стоит. Так. Ответы на вопросы с ними. А на какие вопросы? Значит, в Украине ж у минус один это место. Чё? Ничего. Ответ 200к не. Что 200к? Нет, 20 000, 20. Лицензия на лодку. Киллбой, кидай ему свою спичку, ты же понтовался. Ей, господи, я забыла. Точняк, это же тот чел. Ребят, кто новенький, не забываем подписываться и ставить лайк. Давайте 442 подписчика сделаем. Пожалуйста. А вот уже все, собираюсь скоро заканчивать стрим. Просто хочу поговорить с вами о чем-нибудь. Пишите что-нибудь в чате, и я буду вам отвечать. Ахаха, боже, я такой тупой, я думала, что стоит 100к, и у лидера спрашивал, да, 100к, дай 100к. Блять, потом скинул. Нормально вообще, слушай. Нормально. Так. Тарын-тарын-тарын-тан-тан. Ну давайте плюс 2 подписчика, ну пожалуйста. Что это такое? Спрашивайте что-нибудь. Я вам отвечу.
Что вас вообще интересует? Может, вам какую-нибудь историю рассказать? Я люблю. Какой тебе подарок? А давайте лучше вы мне сделаете подарок. Вот до Нового года 500 подписчиков. А я сделаю потом подарок вам. ВК-чек не скину потом, хе-хе. Окей. Ты сейчас где? Я сейчас дома. Общаюсь с подписчиками. А что такое? Так. Ну что, я жду ваших вопросов и жду вашей подписки. Мне кажется, вот прям до Нового года я прям активно буду просить у вас подписки, потому что, ну реально, хочу 500 подписчиков. Why not? Why not? Как говорится. Так. Что, я подал заявку на лидерку. Чего ты подал заявку? Подарок в виде поцелуя? Дай номер дома, скажи, 1011. 1011 дом. Ага. Можете приезжать, я вас тут жду. Яна, с тебя интимка в ВК. За что? Еще обязательно мне позвони потом. Хорошо, ты мне плюсик поставь еще раз в личку. 1013, 1011, 1011. У меня дома, я вас всех жду. Кто хочет, приезжать. Только не стрим с ней. А хотя у меня уже и так ничего нету. Собственно. Ну-ка, что у меня вообще есть? Что мне тут можно продать? Чё? Айс? Алло. Есть ли у Алисы СФ? Нет. Алло. Прими заявку потом, друзья. Окей, хорошо. Я после стрима всех приму. Чем это он тупит? Ребят, кому-нибудь нужны доски? Две досочки могу дешево. Сестра на диване завалялась. Да, а то сестра на диване, говорит, завалялась. Также лопату. О, Яна, помнишь эту комнату? Да-да-да-да-да, я это помню, когда я открывала рулетки, когда меня застрим снайперили. Почему у меня лагает стрим? Я не знаю, у меня все хорошо со стримом. Все идеально. Типа, у меня все норм. Блин. Также по-хорошему бы мне быть семейные талоны. Это же семейные талоны. А, гражданские талоны продать. Они мне нафиг не нужны. Чё у меня? Бронзовую рулетку получила. Почему у меня... А, это я уже читала. Ребят, всем привет, кто только присоединился. Не забываем подписываться. Ставить лайк. Вам обязательно понравится. Особенно завтра будет рулеточка на стриме. Будет не так много людей, мне кажется, и будет большой шанс выиграть. Так что не забываем. Сука, не дочитала. Айтачи, да, знаю. А что такое? Он что-то плохое сделал? Ой, флешер. Уже тут. Так, я накуплю семейные талоны. Ну, приезжай ко мне, я тебя жду. Я вот тут дома стою, да? Так, ребята, кто тут новенький? Ну-ка напишите что-нибудь в чат. Я хочу посмотреть, кто вы такие. О, давайте еще плюс одного подписчика добьем. Уже 441 подписчик. Блин, это очень прикольно, очень приятно, на самом деле. Ну, мне приятно. Задавайте еще свои вопросики. Я хочу с вами поговорить. Я не люблю молчать, я люблю говорить. О, рулетки я как-то в СМП выиграю. Доски для серфинга ничего не стоят. Я знаю. Потом менты поймают... Нет, у меня наркоты в этот раз нету. То есть у меня... Так, за сколько доску? Ну, за сколько можешь купить, за столько и продам. Нет, без разницы. Как... Блядь, а как правильно... Кидай мне трейд. Я тебе их просто скину. Ты сколько захочешь, только и по это. И скинешь. Типа, вот, да. Просто они мне инвентарь, типа, засоряют. А я не хочу, чтобы у меня инвентарь был в говне. Давайте, прошу одного подписчика. Пожожда. Блять, говорю сейчас как дебилка. Я приехала, я не могу, я не в игре, и за комп не могу сесть хорошо. И Тачи, он самый лучший игрок, раздавал всем бомжам по 100к, ну вообще дал 1к, знаете. Ну, у меня вот был видос, я типа там тоже деньги, акции давала. Вот. Го я за 50к куплю. Го. Есть ко мне 1011 дом.
Блин, еще на следующей неделе должно, ну, типа, намечается 3 видоса. Но после Нового года, мне кажется, я не смогу что-то первые 2 дня делать. Даже стримить, мне кажется, потому что там такое намечается. Я вот после Нового года вам, наверное, расскажу, что было. Либо даже, возможно, алкострим будет 31-го. Я, конечно, не знаю точно, но возможно, если хоть кто-то зайдет. Так, ну, я тебя кидаю. Вообще, ты что? Не знаю, мне это очень нравится, как игрок. Да, нормально и все. 150, окей. Да все тут нормальные. Все, спасибо. 12 мультов у меня, почти 13. У меня, кстати, сколько на депозите? Ой, депозите. Блять, я думала, мне кто-то на банк деньги скинул. Брайан. Конечно, Саша, знаю я его. Хороший человек. Только немножко озабоченный. Так, слэшермен. Ты чего меня так пугаешь? Тебя так долго не было, я испугалась. У меня в банке 3 миллиона и 44 АЗ-шки. Нифига себе, это что, я богатая? У меня что, уже 15 миллионов? Нифига себе, это ж я скоро себе так на Порш накоплю. Привет. А, ты что, уехала без меня? Да. Нет, я зашла в дом. А еще этот Итачи всех поздравлял, всех на цель с Новым годом. Я, кстати, на Новый год хочу стрим запустить. И, короче, полностью все там свои... В очереди, понимаю. Все свои верты, там все вот это вот, короче, бомжам подари, там, блядь, эту вся хуйня. Типа, не знаю, мне просто деньги на сервере вообще как бы не нужны. Типа, это все равно. А у тебя есть Фома? Нет, у меня нету Фомы, и у меня еще. Сейчас скажу, какой у меня левел. А я как рыбка, у меня память 3 секунды. У меня всего лишь 11 левел, а там как бы с 20-го. Вот. Брайан людей в рабство продает. Да серьезно, Саша? Ну, да, Саша в рабство продает. Давайте еще одного подписчика добьем. Ай. Яна. Че? Яна. Что? Ты же мне скажешь, забыл. А, 11-й, что ты... Что? Что? Может, чё? На лидерку тебе становится? Чё? Яна, Фома есть у тебя? Нет, я же говорила. А, это я уже читала. Не-не-не, Фома у меня нет. Я хочу свою Фому, но пока, увы, ах, левел не позволяет. Ой. Я бы сказала свое имущество, но я не люблю. Да, сколько? Нет. Ой, он вышел из Дискорда. Ну. Окей. А чё Женя из Дискорда-то вышел? Так, давайте. Я вас всех, друзья, приму. Серьезно. Добавь конфу. Сейчас я к вам зайду. Звоню в личку. Ай, потише сделала. Яна, я зам одной Фомы могу принять тебя и твоих подписчиков. Нет, мне там это предлагали уже кое-что. Потом уже на следующих стримах там расскажу. Трубочку бери. Кстати. Кайф, ролеплей. Короче, предлагали мне когда сотрудничество. Короче, это на БРП. У них, короче, знаете, сколько лет этим создателям? Им по званивать, но у них, блядь, еще даже сервак не открылся. Так. Алло, да.
Алло. А у меня он... подключение. Господи. Быстрый интернет. Так, алло.